Применение квантовой электродинамики и по порядку. Сначала рассмотрели резерфордовское рассеяние, то есть диаграмму первого порядка по электромагнитному взаимодействию рассеяния электрона. Воспроизвели с вами формулу Мотта для релятивистского предела резерфордовского рассеяния для дифференциального сечения рассеяния. Вот, а потом стали рассматривать радиационные поправочки, то есть все диаграммки следующего порядка теории возмущения взаимодействия на статическом потенциале. Убедились, что эти диаграммки расходятся при интегрировании на верхнем пределе ультрафиолетовая расходимость. И, по сути дела, единственный способ избавиться от расходимости – это либо ввести обрезание на верхнем пределе, свести минимальное давление, либо упрятать эту расходимость, это все сведения об обрезании в переопределение, ну вот для данной диаграммки в переопределение заряда. Вот, можем получить вполне конечный ответ, если мы всю расходимость прячем в переопределении заряда. После этого мы с вами рассмотрели, будем считать, что мы упрятали в переопределении заряда, и это у нас физический заряд теперь. Вот, после этого диаграмма у нас в принципе оказывается конечная. Вот, и мы рассмотрели с вами такие конкретные физические проявления радиационных поправок, как лэмповский сдвиг, то есть раздвиг между S и P уровнями в атоме водорода, вот, за счет того, что у нас радиационные поправки даются, поправочку клоновского взаимодействия, дельтообразное, поэтому оно действует только на S состояние. Вот, вот соответствующий сдвиг S уровня называется лэмбовским сдвигом. Мы еще раз смотрели с вами аномальный магнитный момент, что у нас гиромагнитные отношения, которые стандартные двоечки в теории Дирака, вот за счет радиационной поправочки возникает поправка в первом порядке теории возмущения. Вот такая вот E в квадрате на 2π, вот. Ну или Е в квадрате пик двоечки. На самом деле вот соответствующее отклонение гермогенитного отношения от двойки называется аномальным магнитным моментом. Вот, если вы сосчитаете следующие порядки теории возмущения, то вообще говоря, можно получить совпадение с экспериментом большого количества знаков. А дальше стали с вами заниматься перенормировкой, то есть проблемой с расходимостями. Вот. И с вами качественно определили, что на самом деле с расходимостью надо бороться следующим образом. Надо стараться перестроить теорию возмущений так, вот, чтобы она шла по физическому заряду. То есть по заряду, стоящему в вершине, одетому всеми тем порядком теории возмущений, в котором вы рассчитываете данный процесс. На самом деле, естественно, здесь все проведено на языке заряда и, соответственно, отобраны диаграммки, которые в основном перенормируют заряд. Важно понимать, что, естественно, будет перенормироваться не только заряд, но и масса электронов и так далее. И эти, опять-таки, ну, то есть формально поправочки, если вы будете считать в первой порядке теории возмущения, используя вот затравочный заряд, затравочную массу, все у вас как бы эти диаграммки будут расходиться. Вот, то есть на самом деле надо учесть вот расходящиеся вещи, в том числе и в диаграммках другого типа, а не только вот поляризационных петель. Вот. Вот сегодня мы займемся как раз таки, попробуем наметить схему, как можно в любом порядке теории возмущения считать диаграмму, чтобы она у вас получалась конечной. Ну, то есть
Как последовательно проводить перенормировку? Как сосчитать конечные диаграммки в любом порядке теории возмущения? Любую диаграмму. Нет. На самом деле, из дальнейшего будет видно, что удобно считать весь параметр теории возмущения, а не одну конкретную диаграмму. Вот. А еще мы с вами в связи с тем способом, как мы производим перенормировку зарядов, как мы перестраиваем, вот, по крайней мере, на уровне диаграммы таких позиционных петель, вот, перестраивали диаграммную технику, так чтобы ее писать по физическому заряду, мы нашли способ, как найти, ну, вот, грубо говоря, этот заряд физически при произвольном выпуске рассеивания. На самом деле ответ у нас получился следующий. Если мы знаем заряд экспериментально измеряемый в любой точке перенормировки, то есть по любому конкретному Q, который у нас здесь Q в квадрате равно μ в квадрате обозначено, да, то мы можем сосчитать заряд при любом импульсе рассеяния. Вот формула 60, да, свидетельствует, что у нас заряд физически будет зависеть от импульса рассеяния, на котором мы его наблюдаем. Ну или от расстояния частицами взаимодействующими. Вот поэтому у нас на самом деле константа связи бегущая, и у нее вот такая логарифмическая зависимость. Естественно, при Q в квадрате достаточно большом у нас заряд будет существенным образом возрастать. На маленьких расстояниях он возрастает. Мы еще сегодня вернемся к бегущей константе связи. Пробую еще дополнительно сегодня рассмотреть связь между физическим зарядом и затравочным. Но пока наша задача рассмотреть последовательную теорию перенормировок. Вот. Но прежде чем рассматривать последовательную теорию перенормировок, которая у нас будет строиться, ну, просто на общем виде диаграммной техники, на общем соотношении для полных функций Грина, для полных пропагаторов. Поэтому надо, ну, ряд соотношений диаграммной техники записать, да, всевозможные соотношения Дайсона записать. Вот давайте это сделаем, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот, вот они, базовые соотношения, которые нам будут нужны, здесь выписаны. До некоторой степени они такие же, как с точки сюда некоторых специфических обозначений, такие же, как в диаграммной технике физики конденсированного состояния. Вот давайте, как мы уже обозначали, вот, не буду здесь писать уже нулевое, чтобы вас не путать вот, сравнениями с, да, обозначу затравочную нулевую функцию Грина G, вот здесь для чернил, для электронов и позитронов, затравочную функцию Грина для фотона D, такое вот нормальное, вот, а G кривое и D кривое — это будут полные пропагаторы для электронов и для фотонов. Вот, значит, если вы для вводите набор диаграмм неразрезаемых по чернёной линии, неразрезаемых по одной сплошной линии. Ну, давайте пример соответствующих диаграмм приведем, который здесь не приведен. Из дальнейшего будет видно равно нулю в данной диаграммной технике. Вот, вот это вот есть. Здесь это обозначается не собственная арифметическая часть, а массовый оператор называется. То, что в обычной диаграммной технике у вас называется собственная арифметическая часть, здесь называется массовый оператор. Сейчас будет видно, почему. Вот так, ну, плюс, что еще? Допустим, давайте в первом порядке такие обозначения. Вот так, вот такая вот диаграмма. Ну, легко видеть, что вот эта вот и вот эта вот диаграммка неразрезаемая по одной электронный вид. Вот давайте весь набор таких диаграмм буквочкой М обозначим, будем называть его массовым оператором. Вот. Тогда легко понять, что вот у вас, значит,
полная функция грима из себя представляет. Плюс у вас массовый оператор. Один раз вошел, дальше особенно трудно. Плюсом дважды вошел. Ну, просто какое-то расписание, да? Плюс, да, и так далее. Значит, ну, геометрическая прогрессия, или ее можно записать вот таким вот уравнением, которое называется уравнением Дайсона, но правильно говорить, соотношение Дайсона, потому что оно выражает искомую вами функцию грима через, как бы, все равно неизвестный массовый оператор, или, собственно, физическую часть. Вот. Теперь, почему это называется массовый оператор? Да по той простой причине, что затравочная функция грима Легко понять, что полная функция грима обратная. Это есть затравочная, минус в первой степени, минус массовый оператор. Ну а затравочная функция грима в минус первой степени есть P с крыжиком минус R. И массовый оператор просто к M будет добавляться. То есть он будет как-то изменять массу. Поэтому и название не собственно электрическая часть, а массовый оператор здесь. Опять-таки, по историческим причинам и по физике дела. Вот. Точно так же и для фотонного пропагатора, вот, который мы затравочно обозначили волны строения одной. Давайте полную D-кривую обозначим двойной. Вот, давайте все диаграммки, которые не разрезаемы по одной фотонной линии, обозначим поляризационным оператором. На самом деле давайте введем, что поляризационный оператор поделить на 4π. Вот, вот все эти диаграммочки обозначим поляризационный оператор поделить на 4π, почему удобно с самого начала поделить на 4π. Вот. Значит, тогда можно абсолютно по тем же самым причинам построить уравнение Дайсона для любого пропагатора. Вот, ну, абсолютно точно геометрическая прогрессия с поляризационным оператором. Давайте диаграммки нарисуем, какие сюда могут входить. Так, поляризационная ставка. Плюс. Вот так вот. Плюс так. Вообще поляризационный оператор. Вот и так. А дальше там что-то крест-накрест должно быть, чем угодно это дело нашпиговываете. Вот, значит, в принципе, у вас вот на эту линию может выходить, ну там, как бы. Ну, то есть понятно, это любой набор диаграммок, у которого, ну, вот здесь стоят две вершинки. А посередине все что угодно, что можно построить по правилам диаграммной техники. Вот, все. Вот. И неразрезаемое по одной волнистой линии. То есть вот, как бы, там, не знаю, вот это вот, допустим, вот это вот есть поляризационный оператор. Да? А вот это вот не поляризационный оператор, а два поляризационных оператора, потому что разрезаем по волнистой линии по одной. А здесь не разрезаем. По одной. Все, понятно. Да? Все, как бы, затравочная функция грима, это черненная, это фотонная. Вот тогда тут немножечко поработав, можно полный пропагатор фотонный через поляризационный вырезать таким вот. Ну, где D мы просто затравочную сюда подставим.
он глядит. Именно поэтому иногда бывает, ну, как бы удобно ввести не диаграммки тени, разрезания по одной волнистой линии, а еще дополнительных поделить на 4π. Значит, позиционный оператор — это 4π умножить на, как бы, на все диаграммки не разрезания по одной волнистой линии. Так. Еще важная характеристика, которую мы будем с вами рассматривать, это треугольные вершины. Вот, вот давайте смотреть затравочку. Треугольная вершина — это набор диаграммок, где сходятся две электронных линии и одна фотонная. Вот. Затравочная вершина, вот у нас вершина не стоит для ума, мы учили Е. Электрический заряд. Вот. А в полную вершину у нас будет входить весь набор диаграммок. И вот давайте соответствующую вершинку, вот так говорю, большим кружочком, либо закрашенным, либо не закрашенным. И будем обозначать гамма большой. Ну, вот это вот набор вот таких вот диаграмм. На самом деле, если вы знаете полную вершину, то без проблем получить соотношение между полной вершиной и полисационной парой. Вот весь набор дополнительных диаграммок в поляризационном операторе можно упрятать, ну, вот, как бы, сюда в вершину и упрятать в одетые пропагаторы Фермиона. То есть поляризационный оператор поделить на 4π — это вот такая петелька, где вот здесь вот стоят одетые все полные пропагаторы фермионные. А вершина здесь тоже полная. Так, это просто связь поляризационного оператора с полной вершиной. А здесь-то фотонная сюда начали стоит? Ну, это как бы кончики, которые, ну, просто обозначено, что выходит две фотонные. Но на самом деле этих кончиков нет. То есть это набор диаграммок, в которых отброшены вот эти внешние фотонные пропагаторы. Точно так же, как и для массового оператора, вот эти вот кончики не отброшены на самом деле. Вот в этой диаграмме. Так. И еще для нас будет, вот мы здесь записали интегральное соотношение. Между одночастичные характеристики поляризационного оператора, характеризующие одночастичные, однофотонную функцию Грина, вот, и двухчастичные характеристики, какой является треугольная вершина. Вот, потому что в треугольную вершину всегда входит, ну, грубо говоря, двухчастичное взаимодействие, двух фермионов. Электрон, вот, значит, на самом деле вот связь — это интегральная связь. А можно еще придумать соотношение, связывающее двухчастичные характеристики и одночастичные характеристики. Соответствующее соотношение свидетельствует там обычно некоторым законам сохранения и называется тождество волн. Вот давайте еще с вами, значит, эту связь запомним. Вот давайте еще с вами, как бы, специфическое тождество Ворда, связывающее незаинтегрированную треугольную вершину с какой-нибудь одночастичной характеристикой найдем. Вот такие соотношения, когда незаинтегрированная двухчастичная характеристика определяется через одночастичную, называется тождество не Ворда. Вот давайте с вами рассмотрим некое тождество Ворда. Вот, давайте вот посмотрим, что будет происходить, вот, если мы возьмем производную по P-ню от затравочной функции игры. И давайте вот взять эти производные, обозначим вот так. Вот она, функция Грина, а взять эти производные, обозначим так. Давайте производную берем. Без проблем берется производная затравочная функция Грина, да, и да.
берете, получаете вот это дело в квадрате со знаком минус. Ну, еще от взятия, от знаменателя производной по пню получите гамма-мю. Да? Получите минус g в квадрате гамма-мю. Ну, или смотрите, как бы взяв производную, мы с вами получили две функции Грина. Гамма-мю стоящие на вершине. Ну и напрашивается желание здесь нарисовать волнистую линию, которую потом изничтожить. То есть, взяв производную от затравочной функции Грина по плену, мы, по сути дела, получили с вами затравочную вершину. Мы, правда, домножили на g в квадрате. И сознательно. А давайте посмотрим, что будет происходить, если мы возьмем производную по плену от полной функции Грина. Вот давайте, там, я не знаю, вот берем производную вот набора диаграмм. Ну, допустим, вот эта диаграмма, берем производную. Без проблем, вот, ну, вот от первого порядка. Вот у вас производная просто затравочная вершина получилась, да. От первого порядка теории возмущения берем производную, набираем производную от первой же. Все остальное без изменений. Второй же, все остальное без изменений. А третий же, все остальное без изменений. О, смотрите, у нас снова получилось, как бы, вот видите, вот это вот выдало первый порядок для крайней функции Грина. Первый порядок. Вот это вот выдало, ну, первый порядок теории возмущения для гаммы, а вот это выдало первый порядок теории возмущения для левой функции Грина. Итак, взятие производной по пню от g у вас выдаст опять-таки вот такую вот вещь. Это будет полная уже треугольная вершина, домноженная на полную функцию Грина g в квадрате. Ну, со знаком минус. Как это записали? А потому что, смотрите, вот как бы, вот видите, у вас вот, уже в первом порядке теории возмущения, с учетом того вот этого g, вы видите, что у вас как бы полная функция Грина стоит и слева, полная функция Грина в этом порядке теории возмущения и справа. Да? Значит, и вершина где-то и первым порядком теории возмущения. Ну, то есть вот попробуйте нарисовать как бы g в квадрате умноженное на гамма мю в первом порядке теории возмущения. Вот будет вот этот набор. Ну и вообще, как получить любую диаграмму, перебрать все диаграммки для треугольной вершины? Вы берете любую диаграммку одночастичную, да, и вставляете волнистую линию в произвольную функцию Грина. И это вам переберет всевозможные треугольные вершины. Итак, на самом деле мы получили связь. Вот у нас отсюда мы можем гамму-мю. Просто единственное, не при произвольных импульсах, а вообще говоря, вот здесь-то, вот здесь, у нас вот здесь может быть P, а здесь как бы P плюс Q, допустим, где Q передаваемый по фотонной линии. А здесь мы с вами получили непроизвольную вершину, которая будет гамма, P, P плюс Q. Это обозначение вершины вот здесь, которое у нас. Ну, я просто как бы здесь я не писал. Вообще говоря, она, естественно, двух наборов импульсов зависит. От P, P плюс Q. Ну, Q можно писать, а можно его просто во второй импульс. Да. Вот. А здесь мы ее получили при совпадающих импульсах. P, P. Ну, Q равная 0. Ну, одинаково же импульс. Потому что производную мы брали, она импульса никак не меняет. Уже в квадрате будет
ПЖ. Вот. Когда вот мы дописываем вот этот волнистый винет, это замечательно, просто домножаем программу. Не, ну вот мы просто производную берем. Вот как бы можете смотреть на вот эту волнистую линию как на производную, поймем. Но она нам автоматически выдаст гамма-мю ошибки. И до некоторой степени, ну, можете волнистую линию дальше прорисовать. Вот. Мы просто ее отбрасываем в конце исчисления. Ага. Все, вот, значит, на самом деле, если мы поделим правую и левую сторону на минус g в квадрате, то тогда вот это производное у вас выйдет dg по dp mu поделить на g в квадрате и со знаком минус. Это совершенно очевидно, что это есть производное по p mu от g в минус 1. Давайте написать. Давайте напишем. dg в минус 1 по dp mu. Совершенно очевидно, что это равняется минус единица поделить на g в квадрате. G берем производную, да? Вот, а дальше производная от g по dp mu. По dp mu. Понял? Так, если мы делим на g в квадрате правую и левую сторону, то мы мгновенно получаем, что производная по p mu от g в минус 1, это есть как раз интересующая нас вершина гамма mu pp0. Вот, давайте теперь еще для вот, приведем производным от массового оператора. Вот у нас g в минус из уравнения Дайсона, у нас g в минус 1 полное, это есть g нулевое в минус 1 минус массовый оператор. Берем производное по p mu. Так. Производное по p mu. Как бы от g в минус 1 это у нас полная вершина, правда? Производная от g в минус 1 по p mu затравочная, это у нас есть гамма мю. То есть так вот. Затравочная вершина. Ну а здесь будет стоять производная по p mu от массового оператора. В результате производная по p mu от массового оператора это есть разность между гамма мю полная и гамма мю затравочная. Ну, в дальнейшем мы такую разность будем вот лямбда обозначать мю со знаком минус. Вот. И она у нас там будет немножко дальше фигурировать. Перенормировки производить последовательно. Вот. Так, вот это вот дело запомним. И давайте как бы, значит, обратно перевернуть надо, чтобы у вас перед глазами было. И дальше будем вот займемся, попытаемся написать, как нам последовательно надо теорию перенормировать. Вот сейчас все, что я здесь писал, конечно, по умолчанию предполагалось, что все величины конечны. Да? Если вы формально будете считать диаграмму любого порядка теории возмущений выше первого, то вы получите расходящуюся величину. Ага, значит, и надо вот как-то производить перенормировку. То есть на самом деле, если формально считать, то вот вводя затравочный заряд и затравочную массу электрона, то вы получите и G полное, и D полное, получите просто бессмысленную, бесконечную величину. Вот, и гамму, вообще говоря, вы получите бесконечную. Вот. А на самом деле из того, что вы измеряете на эксперименте, а на эксперименте-то вы измеряете уже одетые всеми рассеяниями электронов. Вот. Одетые, вообще говоря, всеми рассеяниями на субстанционно рождающихся электронно-позитронных парах фотон. То есть реально вы экспериментально-то измеряете полные уже функции Грин, а не затравочные. Вот. И надо еще вспомнить то, про что Михаил Владимирович говорил, и то, что абсолютно точно такое же в случае диаграммы техники из квантовой электродинамики. Чем замечательный пропагатор? То, что если вы получили полный пропагатор, неважно какой диаграммы техники,
то полюс у этого пропагатора вам выдает спектр возбуждения частиц. То есть на самом деле вот полюс полного пропагатора, он будет определять спектр возбуждения частиц. То есть будет определять спектр, ну допустим, если вы берете фермионный пропагатор, то он будет вам давать теоретический спектр фермиона, уже физически. А как бы полюс пропагатора фотонного будет вам выдавать теоретический спектр фотона. И на самом деле у вас, естественно, должно получиться, что уже одеты всеми рассеянными электронами, обладая зарядом Е, измеряя физически, конечно, и массой М, которую вы определяете экспериментально для уже физического электрона. Вот фотон. После одевания его всеми рассеяниями на флуктуационно рождающихся электрон-позитронных пар, 7 петель, он должен у вас продолжать оставаться безмассовым, естественно, не заряженным, никак. Вот. И более того, вообще говоря, еще что вы знаете, по крайней мере на больших расстояниях и очень тяжелые большие частицы у вас взаимодействуют между собой по кувалду. Большие тяжелые частицы у вас, они практически неподвижны. Отдачи и все прочее можно пренебречь с тем, что они тяжелые. Вот они-то у вас должны уж точно по кувалду взаимодействовать. Вот на самом деле этой информации полностью достаточно, чтобы как бы получить некоторые важные критические требования к виду полных пропагаторов. И потом, исходя из полученных требований для пропагатора электронного, для пропагатора фотонного, то есть диполизационного оператора, вот как бы вы потом, когда будете строить диаграммную технику, грубо говоря, способ выражения ее через физические величины заключается в том, чтобы приписывать пропагаторам, которые вы будете получать, вот требования, которые у вас получились и получаются, исходя из того, что вы наблюдаете на эксперименте. То есть, исходя из физических условий, которые вы видите на эксперименте. Вот давайте это и сделаем. Итак, физический фотон должен иметь нулевую массу. И, соответственно, у него должен быть полюс при k в квадрате равный нулю. Физический фотон, безмассовая частица с линейным спектром, значит, полный пропагатор должен иметь полюс при k в квадрате равный нулю. Естественно, лишь при импульсе рассеяния 4 импульса вращения k в квадрате с конечностью. То есть вот как бы ясно, что будет полюсная часть при k в квадрате равна 0. Как только k в квадрате у вас большое становится, может быть, не такая функциональная зависимость. А вот при k в квадрате стремящийся к нулю должен быть обязательно полюс. Да? Вот. Итак, значит, 4π поделить на k в квадрате и буквочка z, про которую мы пока из физических соображений ничего сказать не можем. Так полный пропагатор, он, по крайней мере, вблизи полюса, при k в квадрате стремящегося к нулю, он должен иметь вот такой вот, где z некоторая постоянная, от k независящая, вот при k в квадрате стремящегося к нулю. В принципе, она от k может зависеть, просто стремится к константе при k в квадрате стремящегося к нулю. Вот, итак, значит, при k в квадрате, стремящемся к нулю, вот у нас, ну, вообще говоря, в общем виде у нас полный пропагатор через поляризационный, вот так вот записывается. То же самое. Вот, а тогда мы можем кое-что сказать про поляризационный оператор.
про поляризационный оператор мы можем сказать следующее. Вот из всего вот этого при k в квадрате стремящемся к нулю должна получиться константа z. Значит, точно, что мы можем сказать, чтобы не получилось подвижение дополнительной единицы на k в квадрате, которая будет очень большой перегрев. Нам надо, чтобы поляризационный оператор при k в квадрате равнялся нулю. Ну вот смотрите, если он не равняется нулю, то туда возникнет вот здесь, возникнет вот здесь что-то поделить на k в квадрате. Вот это вот будет при k в квадрате стремящемся к нулю больше единички, и это изничтожит просто полюс при k в квадрате. Значит, как бы естественное требование, что поляризационный оператор при k в квадрате стремящемся к нулю равнялся нулю. P от нуля у нас равняется 0. Вот. Давайте аналогичным образом константа z, которая возникает, то вот она просто. То есть единица на z это есть вот, вот как бы круглые скобочки, стоящие в знаменателе формулы 72. Правильно, да? Вот. Ну, естественно, при k в квадрате стремящемся к нулю. Так, вот эта вот штука при k в квадрате стремящемся к нулю есть некоторая константа, от k независящая. Вот. На самом деле сейчас мы очень быстро, скоро увидим, что вот это вот дело равняется нулю. Так, вот дальнейшее ограничение на поляризационный оператор можно получить из анализа физического определения электрического заряда для классических. Давайте теперь потребуем, чтобы у нас тяжелые частицы на больших расстояниях взаимодействовали по закону Коуломба. И мы мгновенно получим, что у нас вот эта вот штука равняется нулю. Давайте смотреть. Итак, как бы частички на больших расстояниях. R много больше крутоновской длины электрона. Вот, значит, взаимодействуют по закону Коуломба. E в квадрате на R, если у них заряд нет частичек. Массы этих частичек можно считать очень большими. Много больше массы электрона. Независимо от массы, у нас частички заряжены будут взаимодействовать по закону Коуломба. Вот и будем рассматривать очень тяжелые частички, взаимодействующие по закону Коуломба. Вот, значит, частички очень тяжелые, вот, значит, на самом деле у нас мгновенно возникает требование, что у нас, вот, грубо говоря, взаимодействие оказывается статическое. Статическое, это означает между двумя частичками, это означает упругое, между ними при взаимодействии нет передачи частоты. Значит, на самом деле закон Кулона у нас вот определяется вот таким вот пропагатором. Ну, вот у нас есть две частички, между собой взаимодействующие за счет фанонного пропагатора. Значит, причем этот фанонный пропагатор, ну, чаще всего волнистый рисуем, здесь пунктирные линии нарисованы. Вот, вот этот фанонный пропагатор, он одет уже всеми поляризационными вставками. Полный, вот такой, ну, грубо говоря, двойной. Жирный, ужирненный, ну либо двойной. Так. И вот этот пропагатор должен выдавать закон Кулона. Давайте смотреть, что будет проводить к закону Кулона. Причем обратите внимание, вот вершины вот здесь никакими рассеяниями дополнительными одеть нельзя. Почему? По той простой причине, что вот представьте себе, ну вот положим у вас волнистая линия, здесь пусть одет, наверное. Попытаемся одеть вот эту вот вершинку волнистой линии. Либо попытаемся вторую линию здесь провести волнистую. У нас на самом деле эти диаграммки выпадут. Почему? Да по той простой причине, вот видите,
Вот здесь возникнут как бы, пропагаторы уже вот наших тяжелых частиц. Мы две тяжелых частицы находим. Не электроны, позитроны с фотоном взаимодействуют, но, допустим, протон с протоном, да, который в 2000 раз тяжелее. Ну или какие-нибудь как бы ионы, которых даже много. Протонов, да еще и нейтронов. Да? Вот. У нас здесь выйдет пропагатор знаменателя с массой этих протонов. Или даже с массой всего атома. И на самом деле, ну, окончательно, даже бесконечно. Да? Вы со статьей очень... Да. Чего? Все исправили? Не, мы в самой статье-то нет, я просто... Там немного, Михаил Александрович, я сейчас закончу и полностью все поправлю. Кстати, посмотрите. Вот. Поэтому на самом деле вершинки не одеты остаются. Волнистая линия оказывается одна. По той простой причине, что если масса стремится к бесконечности, то вот полные пропагаторы физических частиц, они будут просто очень маленькие. За счет того, что у них масса знаменателя. Поэтому на самом деле вот эта вот диаграммка много меньше вот этой диаграммки. Ну просто за счет того, что очень массивные частицы. Почему нельзя? Ну вот видите, появится два пропагатора тяжелых частиц. Нет, вот так. Нет, это вот она и есть. Как бы, если вы волнистую линию здесь проведете и так проведете, то появится четыре дополнительных пропагатора. Нет, если с вершины, из узла. Как бы. А у нас в вершине, в любой вершине обязательно сходится одна волнистая линия и две электронные. Все, нельзя да, две волнистых все. Линии из одной вершины. Все. Итак, на самом деле, вот процесс рассеяния двух очень тяжелых частиц, вот единственная диаграммка, просто вот эта вот линия, она такая волнистая, двойная. Она одета всеми позиционными вставками. А вот вершины никак не перенормируются. И две волнистые линии бессмысленно рассматривать, еще раз говорю, потому что у нас очень тяжелая частица не рассмотрена. Итак, на самом деле, давайте рассмотрим вот эту диаграмму. В ней за счет, ну, как бы, в ней стоит, условно говоря, это просто означает E в квадрате физическое. Вот, на полный пропагатор. Да? И у нас... полный пропагатор, одетый, а? Вот. И у нас должно получиться закон Кулон. Вот, если вы Фурье образ от закона Кулона возьмете, то вы получите не что иное, как 4π е в квадрате на А в квадрате. Фурье преобразование уже такое было. Итак. На самом деле, исходя из того, что для массивных частиц должен быть закон Кулона, у вас как бы возникает необходимое требование, чтобы, по крайней мере, при К в квадрате стремящемся к нулю, на больших расстояниях, очень, у вас вот необходимое требование, что физический заряд в квадрате на полный пропагатор есть 4π Е в квадрате на К в квадрате. О, смотрим назад. Это мгновенно означает, что Z у вас равняется единице. А это мгновенно означает, что вот здесь вот единица на Z тоже равняется единице. И мгновенно это означает, что P от K в квадрате поделить на K в квадрате при K в квадрате стремящемся к нулю равняется нулю. Итак, мы с вами получили следующее. Вот у нас P от K в квадрате. Значит, Первый член в разложении ряда Тейлора. P от нуля. У нас P от нуля. У нас равняется нулю. Так, следующий член разложения в ряду Тейлора. А P у нас полизационный оператор. Вообще говоря, от K в квадрате зависит. Следующий член ряда разложения это пропорциональный K в квадрате. Ну или вот так вот. P
P'. Давайте обозначим. Имею в виду производную по K в квадрат. Это производная равняется нулю. Коэффициент разложения при K в квадрате равняется нулю. Все. Вот как бы мы получили два важных требования к позиционному параметру. На самом деле из дальнейшего будет видно, что вот если вы на любой полученный позиционный оператор накладываете эти два требования, то есть вычитая из позиционного оператора, который вы получили там, бесконечно, вычитая этот же позиционный оператор, тоже, казалось бы, бесконечно, то вы избавляетесь от расходимости. Если вы еще дополнительно накладываете вот такое условие, то вы полностью от всех расходимостей избавляетесь по позиционному оператору. То есть, как бы, сейчас дальше будет более понятно, то есть, вычитая два вот этих вот условия, вы избавляетесь от всех расходимостей по позиционному оператору. Так. Давайте, вот, давайте теперь как бы займемся, ну, как бы, сейчас мы дальше займемся пропагатором электронов, а пока немножечко по-другому вот на это соотношение, по-моему, 8,75. Вот если бы мы, вот здесь мы производили то, что называется перенормировка на ходу, мы вообще не упоминали затравочного заряда. У нас везде фигурировал физический заряд изначально. Ну, потому что вот здесь вершина, в некоторой степени физический заряд стоит. Если бы мы вводили затравочный заряд, то тогда вот, вместо вот этой вот штуки у нас возникло бы следующее. Затравочный заряд, полный пропагатор, снова затравочный заряд. Вот, стоял бы. Тогда возникло бы вот такое требование, исходя из физических условий. Е нулевое в квадрате, D от K в квадрате. У нас как бы все равно должно получиться в результате закон Кулома. То есть по-прежнему 4π Е в квадрате на K в квадрате. Тогда бы у нас мгновенно вышло бы, что у нас соотношение между физическим зарядом и затравочным зарядом вот это. Которые у нас изначально пропагатор потом значит то есть на самом деле у нас ну вот как бы можно считать что можно вот так вот изначально брать. То есть вводить затравочный заряд, вводить его перенормировку за счет Z. На самом деле, после этого, если вы внимательно присмотритесь, у вас затравочный заряд будет бесконечный, а буквочка Z бесконечно маленькая, но такая, что Z на E нулевое в квадрате выдает конечную величину E в квадрате. А можно проводить перенормировку на ходу, и тогда у вас Z равняется единичке. Но уже во всех вершинах пишется физически. На самом деле вот это вот удобное соотношение, исходя из того, что у вас частицы тяжелые на больших расстояниях взаимодействуют по Кулому. На самом деле это соотношение удобное, в дальнейшем мы его достаточно часто будем использовать для нахождения связи между затравочным зарядом и физическим. Устанавливается отношение между затравочным зарядом и физическим зарядом. И будем использовать данное соотношение. Все. Теперь перейдем к условию перенормировки для электронного пропагатора. Вот. Очевидно, что точный пропагатор, вот уже кривой, должен иметь полюс ПП в квадрате равное n в квадрате. Ну, релятивистский спектр с массой n. Для электрончика и позитрончика. Вот. Значит, на самом деле полный пропагатор, пока не имея при P в квадрате с меняющимся N в квадрате, то есть МКС полностью, должен иметь вот такой вот тип. Значит, полный пропагатор с массой, содержащий полюс при P в квадрате.
Главное, я в квадрате. Вот, как бы. Задали. Некоторые перенормировочные множители, про которые мы ничего не знаем, знаем только, что он константа почти не зависит от p, при p в квадрате становящихся n в квадрате. И не содержит никаких полюсных множеств. Да? Вот. Плюс некоторая гладко зависящая от импульса функция в районе полюса. То есть вот весь полюсный вклад вот здесь, а вот эту вот штуку полюса не содержит. Вот. Давайте еще g в минус 1 отсюда найдем. Без проблем. Вот опять-таки в окрестности полюса. Мы можем только про окрестность полюса говорить, что там вдали от полюса по-другому могут себя вести. Может себя вести полный пропагатор, одетый всеми рассеянными на электромагнитном поле. Вот. Значит, g в минус 1, берем g в минус 1. Считая g от p маленьким по сравнению с полюсным вкладом. Без проблем. Вот. И оставляю, естественно, поправочки по g только первого порядка. Вот. Наверное, получим g в минус 1. Вот следующий результат. Но на самом деле, если аккуратно сделать, здесь еще будет z1 в квадрате. Сейчас мы для z1 получим, что оно у нас равняется единичке, поэтому не актуально. z1 в квадрате в знаменатель. Так, давайте массовый оператор. Найдем. Массовый оператор – это g в минус 1 затравочная, g в минус 1 полная. G затравочная мы знаем, вот она вот такая, без всякого z1. Вот. Мгновенно получаем как бы p с крыжиком минус m и перед ним множитель единица минус единица на z1. Да. А еще вот от неполюсной части вклад вот такой. По-прежнему, по идее, назад не вкладак. Но опять-таки это роли не играет. Вот. Итак, для массового оператора вот мы получили следующее, исходя из общих соображений. G от P не знаем. Знаем только, что она неполюсная при P в квадрате, стремящемся к M в квадрате. То есть вот эти вот обкладочки, мы не изничтожаем. Да? Все, запомним это. Так, еще у нас в диаграммной технике, про что я забыл сказать, фигурируют внешние линии. Вот внешние линии, забыл сказать про фотонные внешние линии. Вот. На самом деле фотонные внешние линии, вот у нас, допустим, какая-то диаграммка, и входила фотонная внешняя линия, которую мы обозначали корень из 4πe. Казалось бы, ее надо бы одеть еще дополнительными проекционными вставками. Ну, как бы вот у вас как бы внешняя линия, она должна превратиться вот в такую. Полуфотонный пропагатор, полюсонный оператор P. Вот и вот у вас как бы корень из 4πe. Но дело в том, что вот эта вот штука будет обращаться в ноль. Потому что у нас физический фотон, у него, вот от которого у нас осталось только корень из 4π, он у нас обязательно имеет k в квадрате равное 0. У него релятивистский спектр для физического фотона. Вот. Значит, а поляризационный оператор при k в квадрате равное 0 у нас становится 0. Значит, мгновенно следует вывод, что вот линии фотонные, как бы, входящие, нам перенормировать никак не можем. Давайте посмотрим, что у нас будет с внешними электронными линиями. От реальных электронов.
У нас в них фигурировал вот просто бисфенол Оттоман. Вообще говоря, мы их должны точно так же, как фотонные линии, одеть масловым оператором. Одеваем масловым оператором. Тогда у нас может возникнуть, ну вот, бисфенол от потребляющейся формы 83. Так. Но вообще говоря, у нас бисфенол должен остаться бисфенолом. Вот те бисфенолы, которые мы с вами выписывали у маленьких, они же у нас появились, исходя из требования, ну, во-первых, ну, как бы, во-первых, чтобы у нас была релятивистская инвариантность, явный вид этого бисфенола. Во-вторых, они у нас были нормированы на одну частичку в единице объема. И новый, естественно, тоже до некоторой степени должен быть нормирован на одну частичку в единице объема. Вот. Поэтому единственное, как бы, что мы можем сказать, что у нас зависимость, вот, как бы, у нас по-прежнему у большой должен быть бисфенол. Поэтому он связан со старым бисфенолом, может быть, только с полярным соотношением. Ну, то есть некоторым коэффициентом вообще ни от чего не зависит. Констант. Да. Вот. По крайней мере, вблизи полюса. Поэтому зависимость от того, вообще говоря, может быть зависимость от того. Единственное, скалярная величина одинакова перемена. Все компоненты, четыре компонента бисфенола преобразующие. Вот. А от импульса она может зависеть, но нас сейчас интересует ситуация, когда у нас P в квадрате стремящийся P в квадрате. И то она от модуля импульса. Вот. В результате вот так вот перенормируется бисфенол, и сейчас мы увидим, что Z' тоже будет единички. По той простой причине, что совершенно очевидно, что Z1 у нас связан вот таким соотношением. Почему? Да по той простой причине, что вот эта вот константа, перенормирующая волновую функцию, а константа Z1 у нас перенормирует пропагатор. А пропагатор у нас есть не что иное, как же это есть среднее по вакуумному состоянию, порядочное произведение пси гирковский сопряженный. Если у вас вот эта вот штука Z' перенормирует волновые функции, то совершенно очевидно, что перенормировать, как бы, пропагатор будет Z' квадрат. А у нас пропагатор перенормирует Z1. Значит, мгновенно мы получаем вот следующую связь. Ну, значит, как бы, это так очень условно на словах, как бы, я сейчас говорю, но на самом деле можно совершенно точно показать соответствующую связь. Ну, доказательный факт. А мы пока ограничимся вот, как бы, такими утверждениями просто. Итак, как бы, между Z1, вот, который мы вот здесь ввели, и Z', который у нас перенормирует бисфенол, вот у нас есть следующее соотношение. А сейчас мы мгновенно получим, что Z1 у нас просто можно взять равный единичке. Ну давайте теперь, как бы, рассмотрим вот следующую диаграммку в первом порядке по внешнему электромагнитному полю. Так, пусть у нас есть некоторое внешнее электромагнитное поле. Рассмотрим диаграммку первого порядка по внешнему электромагнитному полю. Ну, вообще говоря, произвольного порядка, может, учитывать все порядки теории возмущений по рассеянию на виртуальных фотонов. То есть вот здесь вот полная дошинка, одетая всем электромагнитным взаимодействием. Не с внешним полем, а таким функционным электромагнитным взаимодействием. Или взаимодействием, вот, возникающим от электромагнитного поля вот этих вот двух рассеивающихся частичек.
Вот. Давайте соответствующую диаграмму по правилам диаграммной техники запишем маточную динамику. Запишем формулу 86. Видите, у нас от внешних концов будет два объекта. То есть пол без пинера. Вот оно. У большого и у большой дерьковски сопряжённые. Так. В вершине у нас стоит одеты все взаимодействия, полная вершина гармонии большая. Вот у нас стоит внешнее электромагнитное поле. Вот оно, да, которое вот это входящее. Вот так матричный элемент рассеян. Вот. А теперь давайте рассмотрим эту диаграмму вот в пределе К стремящимся к нулю. Когда мы имеем P1 равное P2, ну и равное полностью P. На самом деле, в этом предельном случае, когда у нас, ну, грубо говоря, импульс рассеян, стремится к нулю, ну, как бы, есть очень специфическое свойство у данной диаграммки. Итак, давайте просто сначала, исходя из физических, как бы, вещей, смотреть за тем, что будет происходить при данной диаграмме. Что такое А мю от К равное нулю? Что такое электромагнитное поле при нулевом передаваемом 4 импульса? Давайте. Фурье преобразование, чтобы А от К равное нулю получить. Это будет просто интеграл ТР, ДТ от А от Р, ТТ. Правильно, да? Ну, экспонента комплексная там замуляется К, и экспонента комплексная в единичку превращается. О! Видите, чудесным образом то, что вот здесь справа стоит, не от R, не от T, вообще никак не зависит. Ну, то есть констант. Ну, на самом деле, когда предел К стремящимся к нулю, он специфический, у вас возникает от электромагнитного поля константа. Вот, то есть все потенциалы константа. Естественно, такое поле не может вызвать изменение тока перехода. Он вообще никакого рассеяния не дает, такое поле. И на самом деле, казалось бы, у вас, исходя из физических требований, вот, по крайней мере, при К стремящемся к нулю, вот эта вот штука, одетая двумя полными беспинарными гамма-мю, должна выдать вам, никак не изменить ток перехода, и должна выдать старый ток перехода. Затравочные беспиноры и гамма-мю ничем не одеты. Давайте убедимся, что это действительно так. Вот. Итак, буквочки У у нас расписывались. Вот они при К стремящемся к нулю выдавали P в квадрате, стремящемся к M в квадрате. Вот. Выдавали множитель Z1, вот, как бы, и заменялись на беспинорный затравочный. Вот. Видите? У нас СУ1 связано с Z', а Z' это есть корень из Z1. И так выдался сомножитель просто Z1. Вот, выдался. А на самом деле вот последнее соотношение, оно автоматически выполняется в силу действия тождества ворда, которое мы вот здесь с вами выявили. Значит. Ну, действительно, давайте смотреть. Вот, давайте возьмем, так, вот, как бы, воспользуемся тем, что производная от P, Пмю от G в минус 1, это есть гамма мю ПП0, которая вот здесь как раз и стоит. Видите, здесь стоит гамма мю ПП0. Мы К равному нулю предельно рассматриваем. Так, давайте возьмем
гамма P, P0, это есть производная от P-мю от G в минус P. Воспользуемся тоже с тем блоком. А G в минус первый у нас, напомню, вот он. G в минус первый, вот он. Берем производную по P-мю. Берем производную по P-мю, вот получаем P. Да. А теперь возьмем еще в обкладках из биспинора нашу гамму. Да. В обкладках из биспиноров вот эта вот штука. Долгода с ноль. Потому что гамма мю, p мю минус m, действующая на биспинор u, дает нам ноль. В связи с выполнением для биспинора уравнения d. Гамма мю на p мю минус m, стоящая с этой стороны, оно дает 0, действуя на биспинор герковской сопряженности. Значит, в результате в обкладках из биспиноров эта вот штука сокращается. А с другой стороны, единица на z1, стоящая перед гамма мю, сокращается с z1, стоящая вот здесь. В результате мгновенно мы получаем вот это вот соотношение. А тогда получается странная ситуация. С одной стороны, мы вроде перенормируем, а с другой стороны, в любом физическом процессе рассеяния множитель z1 у нас в любом случае выпадет. В результате, на самом деле, нам очень удобно изначально на ходу произвести перенормировку и просто взять z1 равную единичке. Вот. Если мы берем z1 равное единичке, то, во-первых, сразу же как бы ясно, что в обкладках из биспиноров, ну, гамма мю вы можете заменять на затравочную площадь, на затравочную вершину. А во-вторых, удобство взятия изначально z1 равное единичке заключается в том, что тогда матричный оператор у нас, вот смотрите, массовый оператор у нас как бы имел вот такой вот вид. Да? Если z1 у вас равняется единичке, то вот первого слагаемого, все, что у нас от полюсного склада функции Грина было, оно у нас полностью пропадет. Да? У нас останется от матричного оператора только вот такая вот штука. И тогда у нас как бы опять-таки сразу же будет выполняться вот такое вот условие. Ну, то есть матричный оператор вот у нас будет вот такой вот. И как бы второй член 83, вот второй член при перенормировки у нас просто обратится в ноль. От массового оператора останется только вот эта вот штука. Тогда вот эта вот вещь, действующая на у маленькая, стоящая здесь, выдаст ноль. В результате, если мы берем z1 равное единичке, то у нас не перенормируется и внешнее биспинор. У нас у большое будет равняться у маленькое. Но тогда совершенно очевидно, вот это просто соответствует тому, что в обкладках из биспиноров у нас у маленького уже от у большого не отличается, не различается, просто гамма мю надо заменять на гамма мю затравочную. Нам надо свич вешать. Итак, как бы при таком выборе перенормировки у нас как бы не надо перенормировать все внешние линии от реальных физических частиц. Ни фотона, ни фермиона. У нас как бы вершина, входящая в обкладках из биспиноров, то есть вершина, которая возникает при вхождении реальной физической частицы, она есть просто затравочная вершина. Исходя из физических требований. В полюсе, когда у нас P в квадрате стремится к M в квадрате.
Вот. А теперь мы покажем, что у нас количество расходимостей будет весьма ограничено. И на самом деле вот те физические требования, которые мы сейчас с вами записали, их оказывается абсолютно достаточно, чтобы методом вычитания избавиться от всех типов расходимостей. Вот давайте убедимся, что количество расходимостей, оно у нас будет ограничено в диаграмме Кеплера. Итак, как бы просто рассмотрим диаграммную технику, рассмотрим произвольную диаграмму порядка n, где n число вершин. Так, вот у нас есть n вершин, в каждой из которых входит одна волнистая линия, выходит две электронных линии. Вот. Как-то электронные линии между собой соединяются, как-то волнистые линии между собой соединяются. Может быть какое-то количество, давайте его обозначим, Е, внешних электронных линий. Их обязательно должно быть четное количество. По простой причине, что суммарно в диаграмме у вас должен сохраняться заряд, вот, должен сохраняться спин, поэтому сколько электрончиков туда вошло, столько электрончиков должно выйти. Ну или войти позитрончиков. Вот. Поэтому внешних линий электронных у вас обязательно должно быть четное количество. Так. И давайте обозначим ИЕ. Это внешнее число фотонных линий. Число внешних фотонных линий, входящих в диаграмму. Вот, так вот, давайте попробуем найти степень расходимости такой диаграммы. Я напомню, нас интересовала расходимость на верхнем пределе полинтуса. Вот. В диаграммке будет какое-то количество интегрировано. Поэтому наша задача определить степень импульса, стоящих в знаменателе диаграммы. Найти число интегрирования по импульсу однократно. На самом деле, естественно, интегрировано у нас все четырехкратные по 4, а мы найдем число однократных интегрирований. И тогда разность между числом интегрирования и показателью, степенью, суммарной степенью знаменателей по импульсу всех диаграммах вам как раз определит степень расходимости диаграммы. Вот, давайте попробуем как бы степень расходимости произвольной диаграммки найти. Вот, диаграммки степени n. n просто число вершин. Вот. Давайте с вами сосчитаем число внутренних электронных линий. Итак, как бы в диаграммке n вершин. Из каждой вершины у нас выходит две электронных линии. Значит, изначально у нас суммарно, пока мы не соединяем этих электронных линий, у нас 2n штук. Теперь давайте сосчитаем другим способом это число электронных линий. Итак, из них NE это внешние электронные линии, а все внутренние электронные линии, которые замкнутся между собой, они учитываются дважды. Значит, если мы обозначим ИЕ, вот, число внутренних электронных линий, вот, блин, неправильно, если и гамма, конечно, внешняя фотонная линия. Вот. Если мы обозначим ИЕ, число внутренних, как бы, внутренних электронных линий, вот, то тогда 2n, это у нас будет NE, число внешних электронных линий, плюс 2 умножить на число внутренних электронных линий. Это потому что внутренняя электронная линия, она учитывается в арте. Внутренние это вот такие примеры, да? Да, да, да. Ну, то есть, вот, как, вот когда вот так вот. Я надеюсь, непонятно. Ну вот смотрите, вот как бы вот это вот, ну, допустим, начало и конец линии. Если она у нас соединена,
то это, то она даст единичку вклад как бы во внутренние электронные линии, но даст двоечку вклад, ну вот, в полное число электронных линий, входящих и выходящих из вершин. Ну, то есть вот нарисуем преддиаграммку, как бы волнистые линии, n штук их будет, вот как бы и 2n сплошных линий. Да? Вот часть из этих линий электронных внешне они учитываются по одному разу. Да? А внутренние они учитываются два раза, поэтому стоит множитель двоечка здесь. Вот как бы все. Рассуждения такие. Теперь. Значит, а те, которые внешние, они просто, ну то есть, внешние вот так они считаются тоже. Ну, то есть, ну они, тоже, да, они с коэффициентом единица идут в 2n, вот. Угу. Вот, а как бы, а внутренние, естественно, идут с коэффициентом двоечки, угу. Потому что они дважды учитываются. Угу. Так, значит, соответственно, полное число внутренних электронных линий отсюда без проблем сосчитать. Е нашли через порядок диаграмм и число внешних электронных линий. Давайте точно так же с фотонными линиями. Вот как бы из каждой вершинки выходит фотонная линия, из них n гамма это внутренняя фотонная линия, значит n минус n гамма это мы найдем просто сразу же число число фотонных линий, выходящих из вершинки, которые потом надо будет замкнуть, вот, а суммарное число внутренних электронных линий, вот, как бы, надо поделить вот этот результат на два, потому что дважды мы учитываем линию фотона. Понятно, да? Вот. Итак, число внутренних фотонных линий и гамма, оно у нас есть просто n минус n гамма поделить на. Так. Вот. Значит, давайте степень импульсов знаменателя диаграммок определим. Вот. Итак, каждой фотонной линии внутренней сопоставляется пропагатор фотонный d от k, который имеет k в квадрате знаменателя. Ну, то есть k как бы дает степень импульса двоечку в знаменателе. Значит, итак, домножаем число. Сейчас наша задача определить степень импульса в знаменателе диаграммы. Вот давайте сосчитаем степень импульса в знаменателе диаграммы. А напомню, расходилище у нас на больших импульсах. Всеми константами в знаменателе можно пренебречь. Допустим, в электронном пропагаторе там масса еще входит. Так вот ей можно пренебречь. Мы расходилище на больших импульсах как бы рассматриваем. Итак, как бы степень импульса от фотонных пропагатов у нас будет двоечка, потому что k в квадрате в знаменатель стоит, умножить на число внутренних фотонных линий. Да? Число электронных линий у нас вот такое вот. Расходимость, как бы, то есть фотонный пропагатор у нас есть единица на p в минус m, значит p в первой степени, при p в бесконечность, входит в знаменатель, значит нам надо вот эту штучку на единицу умножить. Мы получим степень расходимости по импульсу на единичку умножить на число фотонных линий. Вот. Итак, окончательно, степень импульса в знаменателе диаграммы. Вот он. Вот. Это уже для полной. Да, это вот для всей диаграммки. Давайте теперь найдем число интегрирования по всем импульсам, не связанным с законом сохранения в каждой вершинке. То есть по всем импульсам интегрирование, по которым у нас останется в диаграмме. Давайте сначала сосчитаем полное число как бы, различных импульсов, а потом вычтем из него законы сохранения импульсов в каждой вершинке. Вершина у нас m. Поэтому, вообще говоря, надо вычитать n-1 из полного числа импульсов.
мы интегрируем. Почему n-1? Да по той простой причине, что один из законов сохранения будет относиться ко всей диаграмме в целом. У вас n вершин, да? В каждой, конечно, есть закон сохранения импульса. Вот. Но есть общий закон сохранения импульса для всей диаграммы. Он то у вас изначально должен выполнять. Поэтому n-1 дополнительных условий на импульсы за счет сохранения импульса в каждой вершине. Итак, значит, как бы у вас, ну, каждой внутренней линии приписывается свой импульс, да? Так, интегрирование у вас будет, количество четверных интегрирований у вас будет, вот, как бы, полное число внутренних линий электронных и фанонных диаграммки, вот оно сосчитано. Смотрите, вот это вот число внутренних электронных линий плюс число внутренних фанонных линий. Да плюс из этого добра надо вычесть n минус 1. Вот оно вычитается. Это вы получите полное число интегрирований четырех мер. Домножаете на четверочку. Вот, вы получаете полное число однократных интегрирований по импульсу. Правильно, да? Ну а теперь без проблем найти разницу между числом интегрирований и степенью импульсов в знаменателе диаграммки. То есть надо из числа интегрирований вычесть степень импульса в знаменателе диаграммки. Получаем окончательный ответ для степени расходимости диаграммки. Вот. Это разность между числом интегрирования и степенью импульса в знаменателе диаграммки. Вот. Это число, естественно, определяет, является ли соответствующая диаграммка сходящейся и расходящейся. Вот. Вот. Однако здесь есть маленькая тонкость. Конечно, из условия, что r меньше или нуля, меньше нуля, еще не следует, что диаграммка в целом сходится. По той простой причине, что у вас в диаграммке может существовать, то есть диаграммка в целом может, казалось бы, сходиться, но у вас в диаграммке может существовать, можно выделить блок, который сам будет расходящимся. Да? Но зато уж если как бы, у вас r больше нуля, больше или равно нулю, то у вас интеграл во всяком случае расходится. То есть он расходится, степень его расходимости будет либо вот r, который у вас получится больше нуля, либо даже большая степень расходимости, потому что у вас блоки какие-нибудь линейные могут расходиться еще сильнее. Вот. Значит, но зато как бы, вот соответствующее соотношение позволяет убедиться, что у вас может быть конечное число расходимости тривиально. То есть расходимости для простейших диаграмм. По той простой причине, что получилось приятно. Вот видите, n маленькая, то есть степень диаграммки, числа вершин в диаграммке, сюда не вошла. Вот. Значит, поэтому на самом деле у вас оказывается, что вот r больше или равное нулю, у вас оказывается весьма ограниченное количество. По той простой причине, что у вас r может быть как бы больше нуля при условии, что n гамма и n e у вас достаточно мало. Ну, значит, давайте даже на самом деле все диаграммки расходящиеся тривиальные у вас вот приведены на рисунке 8.16.
Расходящийся, получается, когда у нас R больше нуля. Больше, больше или равно нулю? Да? Потому что R равное нулю, ну, R равное нулю, ну, грубо говоря, это интеграл dP поделить на π. R равняется нулю, это логарифмически расходящийся. Понятно, да? Вот. Значит, так. Вот, на самом деле, вот такое свойство, когда, когда число расходящихся диаграмм, оно конечно, и все типы расходимости можно упрятать в переопределение, просто переопределение физических величин, вот такие теории называются перенормированными. Итак, для перенормируемости теории, вообще-то, как бы, железно достаточно, чтобы у вас количество тривиальных расходимостей было конечно в любом порядке теории возмущения. Вот. То есть количество расходимостей, количество тривиальных расходящихся диаграмм должно быть конечно. Чтобы все можно было бы упрятать в переопределение физических величин. Если бы у вас здесь стояло бы m, с произвольным коэффициентом и со знаком плюс, то тогда все, теория была бы гарантированно непренормируемой, потому что у вас с ростом порядка теории возмущений количество расходимости росло бы неограниченно. И сделать с данной теорией было бы абсолютно невозможно ничего. Вот, к сожалению, такой теорией является вот теория про квантованной гравитации. Она является неперенормированной, и, ну, вот так как стандартным образом, если классический квантовую гравитацию, теория неперенормирована, и нельзя упрятать расходимость в конечное число параметров. Так, а вот в электродинамике можно, за счет, ну, того, что это наука, линейная, абелевая, вот, значит, является перенормированной, довольно просто перенормированной. Вот, давайте... Здесь нужно обязательно, чтобы было конечное число расходимости, если их даже очень много, но все равно теория перенормирования. Да, но просто... Как бы, вот если сюда входит n, то их бесконечно много. Да. Вот, и там нет никакой надежды что-либо сделать. Так, вот, причем степень расходимости диаграммы, вот, она не менее r, если r четно, и не менее r минус 1, если r нечетно. По той простой причине, что мы еще не учитываем, что может быть симметрия, когда интегрирование по, в целом по, ну, там, по вектору импульса за счет симметрии зануляется. Ну, простейший пример, интеграл как бы dp от p. P, что четырехмерное, что трехмерное равняется нулю. Правда? Ну, за счет изотропии. Да. Значит, как бы, хотя формально это квадратично расходящаяся диаграмма. Значит, вот, значит, и именно за счет этого степень расходимости диаграммки, вот когда у вас как бы R нечетно, она может быть R минус 1. Опять-таки, почему именно R-1, а не на двоечку может понижаться, или не на троечку, на самом деле есть соответствующие анализы, не будем в это дело вдаваться, нам особо это и не нужно. Вот. Ну а теперь у нас все подготовлено, вот, чтобы убедиться, что вот тех физических условий перенормировки, которые мы с вами записали, исходя из предыдущем параграфе, исходя из, ну, грубо говоря, того, что у нас фотон должен быть безмассовой частицей физически, электрон у нас должен быть с зарядом физическим Е и конечной массой М, которая наблюдается для электрона, и исходя из того, что у нас закон
уклона должен быть для массивных частиц на больших расстояниях. Вот, на самом деле, сейчас мы увидим, что можно перенормировать диаграмму, приписать диаграмму в любом порядке теории возмущений те физические условия, которые мы с вами получили для поляризационного оператора, для пропагатора электронного, для массового оператора. Вот, вот, давайте, вот здесь вот вырисованы все диаграммки, расходящиеся, тривиально расходящиеся в квантовой электродинамике. Вот, вот, когда у нас, давайте перебирать все случаи, когда у нас R больше 0. Значит, как бы, случай N гамма равняется 0, NE равняется 0, это... Вот такие как бы не связанные диаграммки, их вообще в диаграммной технике нет. По той же самой причине, как нет не связанных диаграмм в теории конденсированного состояния. Итак, не связанных диаграмм, диаграмм без внешних линий электронных и фотонных, их в диаграммной технике квантовой электродинамики нет. Следующий случай, когда у нас n гамма равняется единице, а электронных линий нет. Это вот, вот такой вот головастик. Петля, как угодно зафаршированная, из которой выходит внешняя фотонная линия. На самом деле, если вы будете ее считать, она будет расходящаяся, а реально эта диаграммка строго должна равняться нулю. Вот, исходя из того, что совершенно очевидно, что вот то, что входит в эту диаграмму, это средний от вакуумного тока. Вот, вот давайте смотреть. G – это у нас как бы Т-упорядоченное произведение кси на кси Гербертски сокращённое. Гамма-мю у нас в вершинке стоит. У нас в результате получится гамма-мю в обкладках из кси, кси Гербертски сокращённое и среднее по вакуумному состоянию. Ну, вот, вот это вот есть не что иное, как ток. А среднее от тока по вакуумному состоянию, просто по определению, что такое вакуум, равняется нулю. Ну, у нас в вакууме нет ни частиц, то есть плотность электрического заряда равняется нулю. У нас нет никакого тока в среднем, реально трехмерный ток. Значит, и все пространственные компоненты тока равняются нулю. Итак, этой диаграммки нет просто по определению, что такое вакуумное состояние. Вот. А все оставшиеся диаграммки с другими значениями n-гамма и n-е, они вот здесь нарисованы. Итак. Две фотонных внешних линии, это поляризационный расходящаяся диаграмма. Формально она квадратично расходится. Как мы видели, неформально за счет того, что здесь стоит как бы дополнительно штур и входят матрицы Дирака, она расходится реально логарифмически. Дальше. Диаграммка вот такая. Первая поправка к, ну, то есть это первая поправка к массовому оператору, ну или первая поправка к пропагатору электронному. Вот такая вот диаграммка, которая есть, но она не особо актуальна в диаграммной технике. Но вот, вот очень важная диаграмма, с которой мы сейчас рассмотрели, не будем стартовать. Первая поправка, поправка первого порядка к вершине. Тут волнистая. Так, ну и наконец тоже не очень актуальная диаграмма вот такая. Все диаграммки вот эти расходятся логарифмически. Там R равное нулю, это ДП на П, расходимость с очевидностью логарифмически. А это, казалось бы, линейная расходимость R равное единице. Но, как мы уже сказали, вот за счет специфического свойства такого, что интегрирование по импульсу в нечетной степени по всему импульсу выдает по симметрии просто 0 за счет изотропности пространства.
Винковского в данном случае. Вот, то на самом деле степень расходимости вот этой диаграммки тоже уже хлебится. Вот, все. Вот, а теперь наша задача как бы попробовать приписать, вообще говоря, расходящимся диаграммкам те физические требования, которые мы в предыдущем параграфе с вами сформулировали, и сделать эти диаграммки конечными. Вот давайте попробуем сравнивать вот с этой диаграммой. Ну, значит, как вы видели, на самом деле, если вы определите вершину, то вы можете сосчитать и позиционный оператор, вот, да, и можете сосчитать пропагатор, соответственно, массовый, исходя из того, что у вас есть тоже вот. Вот, значит, вы можете производную от массового оператора попытку найти и проинтегрировать как бы соответствующие дифференциальные соотношения. Поэтому давайте займемся вот этой вот ошибкой. Вот. Давайте займемся, значит, диаграммка такая, она представляет собой поправку к вершинному оператору. Она должна удовлетворять условия для вершинного оператора вот такого вот. Для вершинного оператора у нас получалось Z1 равняется единичке, да? У нас получалось, что, по крайней мере, в обкладках из беспинора полная вершина совпадает с гармоном. Давайте определим лямбда мю, которая есть полная вершина минус гамма мю, минус затравочная. Вот. Ну тогда, по сути дела, вот это вот условие у нас просто означает, что лямбда в обкладках из беспиновых равняется нулю. Ну правда, все это мы находили в окрестностях полюса, то есть при том, квадрате равно равенстве квадрата. Вот, давайте обозначим интеграл Фейнмана, записанный прямо по диаграмме правила, которая расходится, конечно, вот следующим образом. Лямбда, ну, черточку поставим, расходящийся. Вот. Так, он логарифмически расходится, а давайте попробуем образовать вот такую вот разницу. То есть, вот, посчитали правильную диаграмму технику, и взяли и вычли из нее такую же диаграмму, но при правильном, при совпадающих импульсах, то есть при Q равное 0. И на P1 в квадрате равное F в квадрате. Тогда мы мгновенно добьемся, чтоб у нас при совпадающих импульсах и k равное 0, и при p в квадрате равное m в квадрате, лямбда удовлетворяла вот следующему условию. Итак, составим однократное вычитание лямбда, удовлетворяющая нашему условию. А именно возьмем из, как бы, из произвольной лямбды при произвольных импульсах, вычтем лямбда при совпадающих импульсах и при то в квадрате равном в квадрате. Но совершенно очевидно, что у нас лямбда при совпадающих импульсах просто равно нулю будет, ну и укладка из беспиновых будет равна нулю. Правильно, да? Вот. Самое интересное, что вот этого вычитания полностью достаточно, чтобы избавиться от всей расходимости при произвольных P2, P1. По той простой причине, что у нас вся расходимость вот в этой диаграмме сидит при большом передаваемом вот в этой фотонной линии импульсе F. Вот. Ну и легко посмотреть, за счет чего расходится данная диаграмма. Вот при большом импульсе F, вот у нас вот диаграммка в явном виде написана, соответствующая. Давайте смотреть, что будет происходить, когда у нас
F очень большая. Ну, то есть на верхнем пределе интегрирования, при данном интегрировании. На самом деле, P1 по сравнению с F мы здесь можем пренебречь, P2 по сравнению с F мы здесь можем пренебречь. Вот. И окончательно у нас диаграмма примет вот такой вид. Именно вот это вот и приводит к расходимости данной диаграммы. Но обратите внимание, как бы, вот, как бы, в правой части 102 у нас пропала зависимость от P1 и P2. Если мы вычтем вот эту вот штуку, то вот эта вот расходимость полностью пропадет. Расходимость у нас логарифмическая, и однократно вычитали, мы просто избавляемся от этой расходимости. Все. Поэтому на самом деле способ нахождения прямого счета данной диаграммы, удовлетворяющий вот такому вот физическому условию, есть следующий. Берете, считаете диаграмму, правую диаграмму, потом вычитаете из нее диаграмму при совпадающих диаграммах, потому что если считать для данной вершины, при совпадающих импульсах, вот, значит, при P1 в квадрате равно R в квадрате. Вы можете сказать, а как же я бесконечную диаграмму сочетаю, а вводя обрезание на верхнем пределе. А при вычитании оно, безусловно, у вас изничтожится. Потому что вся расходимость в диаграммке сидит, она не зависит от импульса P2 и P1. Значит, совершенно очевидно, то обрезание, которое вы при счете вот этой диаграммки введете, оно у вас при вот этом вычитании просто сократится. Да? Все. Вот. Итак, как бы, таким способом, производя такое однократное вычитание, вы просто можете найти для данной диаграммки конечный треугольник. И находите конечный треугольник. Диаграммку эту сосчитали, конечную уже, вот, обеспечив вот выполнение соответствующего требования. Вот. После этого без проблем найти массовую диаграмму. Исходя из тождества Уорда, у вас минус производная от массы оператора до W как раз равнялась нам. Так. Вот. Значит, это дифференциальное уравнение первого порядка. PMU. Его можно проинтегрировать по PMU правую и левую сторону вот с граничным условием следующим. Массовый оператор в обклад из беспинов равняется нулю. Это служит начальным условием. Массовый оператор. Массовый оператор вот у нас. После того, как затадим положение в оплатку из беспинорок за счет двух операторов делит, он у вас, конечно, выбесняет. Вот. Итак, на самом деле надо решить просто такое дифференциальное уравнение в граничном условии. Без проблем. Дальше. На машине, либо вручную для первого порядка можно проинтегрировать соответствующее уравнение, находим массовый оператор. В первом порядке теории возмущения. Вот. Значит, как бы... Итак, как бы находим массовый оператор, значит, находим и пропагатор электронных. В первом порядке теории возмущения. Как бы, здесь все конечное, обратите внимание. Лямбда мы конечные, если с вами. Массовый оператор, значит, мы отсюда с вами конечный, найдем, никаких уже ультрафиолетовых расходимостей не будет. И пропагатор в первом порядке теории возмущения, вообще не сложно, довольно техника пользуется, точно тоже свободно, мы найдем с вами конечный. Наконец, поляризационный оператор. Вот, как бы, опять-таки,
Рисуете диаграмму первого порядка. Вот она. Формально она квадратично расходящаяся, физически расходящаяся. Вот как бы. На самом деле здесь надо производить два вычитания. То есть вот вы формально считаете традиционный оператор. В первом порядке, которые мы нарисовали, вот, как бы, вводя обрезание. После этого вы должны вычесть из него позиционный оператор прямые, обеспечив, естественно, что у вас P от K, от K впадает равно нулю, равно отсюда. Обеспечив первое условие на позиционный оператор, опять надо далеко назад идти. Так, для позиционного оператора мы получали вал формы. Вот видите, позиционный оператор от нуля равняется нулю. И производная по k в квадрате позиционного оператора при k в квадрате стремящегося к нулю равняется нулю. Вот как бы. И производите второе вычитание. Вычесть k в квадрате стремящегося от нуля. Ну, то есть первый член разложения того, что мы сосчитали для диаграммы, при k в квадрате. Его вычитали. Вот. И тогда у вас p от k в квадрате получившееся, оно будет удовлетворять всем физическим условиям. И вы увидите, что после этого у вас все обрезание на верхнем пределе полностью изничтожится. По той простой причине, что квадратичная расходимость формальная, которая здесь есть, она двумя вычитаниями полностью изничтожается. Все. Значит, сосчитали поляризационный оператор, значит, нашли фотонный пропагатор. В первом порядке теории возмущения. Ну, можно сейчас поляризационный оператор с помощью уравнения Дайсмана. С помощью уравнения Дайсмана хочет. Все. Итак, так сделали в первом порядке теории возмущения. Все конечное возмущение. Дальше рассматриваем второй порядок теории возмущения. И обратно возвращаемся сюда. Надо снова найти вершину во втором порядке теории возмущения. И зациклить эту процедуру. Давайте смотреть для вершины. Во втором порядке теории возмущения. Для вершины во втором порядке теории возмущения. Вот прорисованы все диаграммы, которые есть. Вот как бы. Но часть из них являются некомпактными, ну или можно так сказать, приводимыми. Вот смотрите. Вот как бы. Вот допустим вот эта вот диаграмма. Вы на нее можете смотреть как на диаграммку первого порядка, но у которой одета вершина первого порядка теории возмущения. Да? Вот эта вот диаграмма. Это диаграммка первого порядка, но у нее одета вершина. То есть первым порядком теории возмущения. Вот эта вот диаграмма. Диаграммка первого порядка, но у нее уже первым порядком одет вот этот пропагатор такой. То есть, как бы, некомпактные диаграммки, это у которых какой-нибудь элемент можно считать одетым предыдущим порядком теории возмущения. Вот у этих диаграммок здесь функция Грина электронная одета первым порядком теории возмущения. Вот в этой диаграммке функция фотонная одета первым порядком теории возмущения. Вот, значит, вот в этой диаграммке вот эта вершина одета, вот в этой диаграммке вот эта вершина одета первым порядком теории возмущения. Лишь вот эта вот диаграммка G, она является компактной. В том плане, что ее нельзя свести к одетой, вот, чему-то одетому первым порядком теории возмущения. Вот. Вот эту вот диаграмму считаем
тем способом, как было описано для вершины. А именно, как было описано для вершины. А именно, считаем по правилам диаграммы Пифагора. И производим одноклассное вычитание. Получаем конечный результат. А вот в этих диаграммках, которые не компактны, в них надо заменить функцию Грина, которая у нас уже защитна в первом порядке теории возмущения. И мы получим прежнюю диаграмму первого порядка теории возмущений, ее считаем как в первом порядке теории возмущений. Получаем конечный ответ. Понятно, да? Здесь вершину надо одеть в первом порядке теории возмущений. Да? А мы ее уже сосчитали. Здесь вершину надо одеть в первом порядке теории возмущений. А мы ее уже сосчитали. Вот. Проворачивая всю эту схему, вы находите вершину в первом порядке теории возмущения. Снова возвращаетесь сюда. Вот и вы. Вершину конечную нашли. Нашли, решает дифференциальное уравнение массовое тарапа. Значит, нашли уже во втором порядке теории возмущений пропагатор фермиона. Вот, значит, позиционный аппарат. Диаграмме, в первом порядке теории возмущения, некомпактное свели к старому поляризационному оператору, либо к старым вершинам и одетым функциям Грина. А дальше для всех результатов произвели нормальное вычитание. Сосчитали во втором порядке теории возмущения конечный результат для поляризационного оператора, сосчитали, соответственно, фотонный пропагатор. Дальше, после того, как вы это сделали, можете приступать к третьему порядку теории возмущения. Как видите, схема ужасная. Именно поэтому вот, как бы, формула для лэмбовского сдвига, несмотря на то, что вот, здесь они приведены до третьего порядка теории возмущения. Потом я про это даже немножечко забыл. Вот. Не для лэмбовского сдвига, для аномального магнитного момента. О! Видите? Уже в третьем порядке теории возмущения, вот видите? Ошибка возникает. И ошибка эта связана просто с жутким характером проведения перенормирования. Конечно, достаточно низкий порядок теории возмущения учить, потому что константа связи маленькая, 1:37. Но зато проведение перенормировок, оно исключительно громоздко и исключительно тяжело, если вы последовательно хотите провести для данного порядка теории возмущения перенормировок. Просто, когда мы схематично все рассматривали, мы в основном рассматривали, касались перенормировки заряда. А еще же есть масса, а есть еще, грубо говоря, перенормировка вот только вершины. Там. Как бы еще есть специфические особенности, связанные со спиновыми перенормировками, как аномальный магнитный момент. Да? Вот. Поэтому на самом деле вот надо последовательно действовать вот по схеме, как описано здесь, производя вот соответствующее вычитание. Тогда вы последовательно перенормировку и последовательно сосчитаете данный порядок возмущения. Все это возможно сделать, но процедура очень громоздкая. Поэтому мы наметили просто с вами путь, потому что уже видно, что второй порядок теории возмущения, чтобы сосчитать, это уже ужасное дело. А третий порядок теории возмущения, в том числе диаграмма, оно с трудом уместится на данной странице. Вот так вот рисовать. Все. Вот, значит, ну а дальше мы коснемся связи со специфическими вопросами, то есть главная задача по данной главе, как в принципе считаются диаграммки произвольного порядка, мы сделали. Вот. А сейчас, после небольшого перерыва, давайте еще добьем все-таки данную главу. Во-первых, рассмотрим такой, хоть и фундаментальный, но мало имеющий отношение к практике вопроса связи между
затравочным и физическим зарядом. Вот. Также совсем кратенько рассмотрим с вами, ну, там, Ренок-групповой подход. Да, собственно говоря, и все. Вот, еще сделаем перерыв. И еще примерно до полвторого. Привлекут. Так, мигом привлекут. Да, значит, сначала... Давайте сначала рассмотрим асимптотическое поведение фотонного пропагатора при больших импульсах. Вот. Значит, как бы сейчас вот будем рассматривать, ну, не физически, но зато фундаментально интересный предел k в квадрате много больше m в квадрате. То есть на расстояниях много меньше фотонской длины волны. Лезем вообще предельно. Так, поляризационный оператор, если вы рассматриваете просто первый порядок теории возмущения, поляризационный петлик. Вот он определяется формула 106. Если последовательно провести теорию перенормировок и рассматривать предел k в квадрате много больше m в квадрате, вот, то мы получим для поляризационного оператора вот следующий результат. Вот такой первый порядок теории возмущения, если по порядку провести теорию перенормировок. Вот, на самом деле поляризационный оператор это есть просто поправка первого приближения к пропагатору 4π поделить на d. Есть k в квадрате, где d здесь затравочный. Ну действительно, вот смотрите, 4π поделить на d полное, ну или 4π d в минус 1, где d это полное. Вот. Это есть 4π d в минус 1, которое есть k в квадрате. Плюс поляризационный оператор. То есть поляризационный оператор есть просто поправка вот к этой штуке. Вот смотрите, вот эта вот штука, это есть k в квадрате. А поляризационный оператор в первом порядке теории возмущения у нас вот такая вот штука. Значит, ну, поправка должна быть меньше основного слагаемого. Да? И вообще говоря, по сути дела, вот как бы такой поляризационный оператор, то есть первый порядок теории возмущения, казалось бы, можно использовать при условии, что вот этот множитель при k в квадрате много меньше единичного. Логично? Логично. Вот в действительности выражение 8107 вот, остается справедливым при гораздо более слабом условии. Когда вот коэффициент вот здесь перед кафедрой вплоть до порядка единицы. Сейчас будет понятно почему. На самом деле, вы можете сказать, да, какая-то разница, много меньше единицы или порядка единицы. На самом деле это радикальная разница для k в квадрате. Вот смотрите, вот здесь вот как бы e в квадрате, это еще и на 3π поделить, вот это 1 137, это еще и на 3π поделить. А? Вот. Вот как бы и много меньше единицы будет, когда логарифм. Ну, там, порядка единицы. Ну, максимум десятки. Да? Да? А вот когда порядка единицы, логарифм может быть порядка сотни, даже пару сотен. А чтобы логарифм добиться, чтобы он пару сотен был, это позволяет забраться в невероятно огромный k в квадрате. Исключительно как бы, маленькие расстояния. Поэтому вот это вот от этого по поводу k в квадрате различается очень радикально. На очень много порядка. Вот. На самом деле ситуация примерно такая. Вот как бы по идее надо считать по-честному поляризационный оператор. Вот как бы вот считать его так, как вот написано в отделе. Вот, то есть брать где-то функцию грима, брать полную вершину гамма. Вот, то есть считать
написал эту точную формулу, как полисационный оператор через треугольную вершину. Точно получить. Итак, формула 110. Вот есть просто точный результат для полисационного оператора. Если вы можете сосчитать полностью треугольную вершину и полностью одетые функции Грина фермионные, то без проблем полисационный оператор найдете. Точно здесь нет. Это отпечатка при перенесении из данных с предыдущих форм. Вот. Значит, это есть 4π, ну, в связи с тем, как мы определили традиционный партнер. Ну и вот петля. Вот. Никакой троечки в знаменателе нет. Вот. Так вот, на самом деле, сейчас мы покажем, что вот как бы в условиях, когда k в квадрате много больше m в квадрате, ну и на расстояниях много меньше тонусской длины волны. На самом деле можно показать, что как бы в этом предельном случае, при k в квадрате действительно много больше m в квадрате, вот, у вас на самом деле результат для поляризационного оператора вот в таком пределе, когда вы рассматриваете все порядки квиллингов. Он будет близок к первому порядку квиллингов. А именно он по-прежнему останется вот таким. Но только использовать вот такой вот результат можно будет вот уже при вот таком, а не таком. Значит, наметим путь просто на это дело. Вот, на самом деле, если у вас выполняется вот такое вот условие, k в квадрате много больше m в квадрате, то тогда во всех порядках теории возмущения у вас будет структура результатов, которые вы будете считать, она будет у вас следующая. E в квадрате будет идти, ну там в некоторой степени m, где m порядок теории возмущения. А еще у вас обязательно будет идти после проведения, ну вообще изначально будут идти логарифмы обрезанием, вот, ну, после проведения перенормировок, у вас будет идти вот этот большой логарифм. В некоторой степени m, которая меньше или равна m. В зависимости от типа диаграммы. Можно отобрать тип диаграмм. И нас, естественно, в данном предельном случае, когда k в квадрате много больше m в квадрате, интересует ситуация, когда вот этот очень большой логарифм, а у нас большой будет, в этом случае он у нас сотый. У нас именно этот не физический, но фундаментально интересный, в отдельный случай интересует. Вот логарифм у нас может быть сотый. Значит, поэтому нас интересует в этом случае отбор диаграмм, в которых логарифм идет в максимально возможной степени. В какой степени идет e в квадрате, в такой же степени идет логарифм. Это большой. На самом деле, сначала пробовали диаграммную технику анализировать вот в кулоновской калибровке, в которой мы с вами пропагатор фотонный писали. Вот. Лидировали второй порядок теории возмущения, третий порядок теории возмущения, четвертый порядок теории возмущения. Оказывалась странная штука. Как только вы отбираете диаграммки, которые у вас дают большой логарифм, а такое приближение называется приближение главных логарифмов, когда вот вы большой логарифм отбираете в максимально возможной степени для данного порядка теории возмущения, вот, то оказывается, как только вы отбираете диаграммки, что у вас вот здесь логарифм идет в той же степени, что m в квадрате, что e в квадрате, так у вас как бы есть такие диаграммки, они не равны нулю, но как бы, когда вы их все суммируете, то оказывается чудесный результат. Нулю окончательный результат получается равный. При отборе диаграммок с максимальным показателем логарифма большого. На самом деле Ландау провел анализ соответствующей диаграммной техники, и Ландау стал работать в своей калибровке. Вот. Важно понимать, что пропагатор фотонный,
Он, вообще говоря, не калибровочная инвариантная величина. Напомню, фотонный пропагатор – это среднее по вакуумному состоянию, а мю – а мю в разных точках пространства Ньютона. Ну, это упрямочно. Вот. Так вот, у вас а мю определен с точностью до градиентного преобразования. Угу. И на самом деле пропагатор у вас не является калибровочной инвариантной величиной. Он изменяется при совершении градиентного преобразования. Он у вас будет изменяться при переходе в разные калибровки. Вот. А вот физические величины, такие как поляризационный оператор, да, или фотонный пропагатор, но там просуммированный по импульсам, является физическим калибровочным инвариантным величиной. Вот. А сам пропагатор, вообще говоря, это не физическая величина. Ну, значит, плотное состояние. Физическая величина. Сам пропагатор не физическая величина. Как и фермионный пропагатор, не физическая величина, а вот плотное состояние физическая величина. Вот, так вот, пропагатор в разных калибровочках немножечко разный. А именно, вообще говоря, в общем случае пропагатор у вас фотон, в зависимости от калибровки, может иметь вот такой вот вид. Вот, G, мю, ню, D от K в квадрате, который есть 4π поделить на K в квадрате. А еще к нему можно добавить с произвольным коэффициентом, зависящим от K в квадрате, K мю, K мю. Где D, E от K в квадрате, вообще говоря, произвольная величина. Вот если dl равняется нулю, то мы получаем конусную калибровку. Пропагатор в конусной калибровке или в фейменовской калибровке, которую мы все время используем, которую там 90% литературы используем. А Лундау предложил, давайте возьмем dl равное минус d от k в квадрате, поделить на k в квадрате. Да? Тогда пропагатор будет выглядеть вот следующим образом. И вот в случае такой калибровки можно просто руками показать, что на самом деле во всех порядках теории возмущений не будет диаграмм, соответствующих максимально возможной степени логарифма в данном порядке теории возмущений. Именно поэтому в фейменовской калибровке физически правильный ответ для поляризационного оператора, а он у нас калибровочная величина. Диаграммки такие были, но когда их во всем данном порядке теории возмущений сосчитаешь, суммарно они дают вклад 0. А Ландау вот в такой вот калибровке сумел показать, что на самом деле диаграммок, отвечающих максимально возможной степени логарифма, совпадающей со степенью логарифма, просто не будет в его калибровке, в калибровке Лундау. Вот. А тогда, по сути дела, это означает, что у вас приближение главных логарифмов, то есть приближение максимально возможное приближение. Вот, как бы, вот вы вот здесь вот полную двухчастичную вершину можете заменить просто на голую вершину гамма 0, а пропагаторы заменить на голую пропагатор. И вернуться к прежнему результату. Итак. Приближение главных логарифмов вы можете на самом деле и функции Грина брать затравочную, и вершину брать затравочную. Пафос всей этой деятельности вам дал. Вот. То есть на самом деле приближение главных логарифмов вы можете использовать для поляризационного оператора формулу 112. А по сути дела это означает, что формула 112 верна вплоть до вот такого предельного случая. Да? То есть вы можете работать в приближении главных логарифмов всегда до той поры, пока у вас теория возмущений будет вообще в принципе работать. Да? Пока у вас вот эта вот штуковина вся целиком не станет больше единички.
На самом деле легко понять, что в приближении главного логарифма мы у нас на самом деле... Ты не успел сделать? Успел. Куда бросил? Как бы в ТМП, я там понял. Вот в эту директорию, которая черточка тройка. То есть фиг два, я понял. То есть там сейчас все должно сразу получиться. Вот. Значит, как бы, на самом деле мы показали, что в приближении, ну то есть вот видите, теория возмущений, по сути дела, идет по степени e в квадрате на вот такой большой логарифм. И пока у нас вот это вот e в квадрате на такой большой логарифм меньше или порядка единицы, то у нас есть теория возмущения. Если у нас больше единицы становится, то и теории возмущений нет, как бы, и, соответственно, уже нельзя пользоваться и голым соотношением для корреляционного оператора. Да? Итак, на самом деле, вот мы с вами показали, что мы можем вот, протягивать вот вплоть до такой области, на самом деле, которая отвечает очень большим картам. То есть реально мы можем пользоваться вот таким соотношением вплоть до k в квадрате порядка 10 там в 93 степени k в квадрате. Ну, это за счет того, что под логарифмом вот сейчас стоит. Логарифм у нас сотни должен стать. Так, значит, на самом деле, как бы совершенно очевидно, теперь мы. Как бы, то есть можно последовательно проводить перенормировку для данного поляризационного оператора, его ответ выписан. А можно как бы утрированно посмотреть, откуда происходит основной результат. То есть вот давайте так, на пальцево посмотрим, что будет происходить, если мы будем производить с помощью вычитания перенормировку. Вот давайте же оценим и сразу будем рассматривать случаи, во-первых, k в квадрате много, много больше m в квадрате, который нас сейчас интересует. Вот. А заодно как бы посмотрим, из какой области возникает логарифмический вклад. Логарифмический вклад, вообще-то расходимость здесь возникает на пределе, на ультрафиолетовом пределе, то есть при большом p. То есть когда у нас p в квадрате много больше k в квадрате. На верхнем пределе у нас отступленность возникает. Вот. То есть, когда мы, грубо говоря, вот здесь k вообще можем пренебрать. Давайте в этом смысле p много больше k. Вот давайте g от p выпишем, пренебрегшие массы знаменателя, так как у нас как бы мы рассматриваем импульс уж заведомо много больше, квадрат импульса заведомо много больше m в квадрате. Так, значит, тогда g от p у нас примерно вот такая вот штука. Угу. А g от p минус k, вот, разложим все по маленьким k, по среднему из p, раскладываемся. Слагаем со степенями k. Вот. И в качестве g от p вот это сюда подставляем. А g от k вот это вот разложение подставляем сюда. И давайте смотреть. Итак, вот первое слагаем. У нас вообще не будет содержать k в позиционном периоде. А это будет то самое p от k в квадрате равное нулю, которое нам необходимо вычислить. Итак, слагаемое не содержащее k, оно формально расходящееся будет, но нам его необходимо вычислить. Произвести первое вычитание в поляризационном операторе. Напомню. Поляризационный оператор считаем. Вычитаем. Итак, вот вклад от первого слагаемого. Вот с этим делом. Он у нас полностью выпадет, потому что первое слагаемое при k равно нулю мы должны вычислить. Второе слагаемое. K в первой степени, казалось бы, содержит. Вот. Оно у нас с очевидностью будет обращаться в ноль при интегрировании по 4π. Оно у нас будет содержать P альфа в первой степени. Смотрим.
ну, по крайней мере, в нечетной степени. Вот, вот смотрите, ПМЮ, вот это вот, ПМЮ, П-альфовое, вот. И здесь гамма-мю на ПМЮ. Вот гамма-мю на ПМЮ, и вот это вот гамма-мю на ПМЮ, П в квадрате образует, которое вот это П в квадрате сократится. А окончательно здесь будет гамма-альфа на П-альфа, вот как бы и П в квадрате знаменует. И интеграл D4P. Это, по сути дела, интеграл dp вектор от p. Ну, еще p в квадрате, знаменатель, который роли не играет, по той простой причине, что интеграл у нас по симметрии. По, интегрируем по направлению, выдаст на чистом виде. Вот. Вот это слагаемое, пропорциональное уже k в квадрате. Так. Оно у нас останется и будет иметь вот такой вот вид. Ну давайте по импульсам просто сориентируемся, какие у нас интегралы. Вот они по импульсам будут вот иметь вот такой вот вид. Представляете, степень импульса. Вот. Ну или это будет логарифмический расходящийся интеграл. Надо поставить обрезание на верхнем пределе. Вот у нас интеграл сведется вот к такому. И выйдет логарифм обрезания на верхнем пределе поделить на k в квадрате. Значит, если более аккуратно проделаете, то возникнет множитель как бы, минус единица на 3π k в квадрате и вот этот логарифм. Все. Ну а теперь нам надо произвести второе вычитание. Пока мы все еще расходящиеся результат для традиционного оператора получили, даже после проведения первого вычитания. Путем первого вычитания мы отбросили все, что вообще не содержит k квадрат. Мы же балочитание сделали. Мы сделали первое вычитание. Вот избавились от первого слагаемого, которое k вообще не содержит. Это первое вычитание. А второе вычитание. Нет, вот здесь мы пока никакого вычитания не делали, вот мы получили логарифмический, а это слагаемый у нас по симметрии выпадает. Это D4P от P интеграл, он по симметрии выпадает. Вот это вот слагаемое пропорциональное K в квадрате, оно у нас пока расходящееся. Вот как бы, вот оно у нас расходящееся логарифмическим образом, чем гамма, лямбда вернее, это как бы мы ввели обрезание на верхний предел. Вот. Вот формально, если бы сосчитали, вот такой бы результат мы с вами получили. Вот. А теперь необходимо произвести второе вычитание. Как второе вычитание произвести? Да очень просто. Надо вот смотрите, вот это вот поделить на k в квадрате. Вот, как бы, то есть поделить на k в квадрате вот эту вот штуку. Вычесть то, что получится после деления на k в квадрате, при k в квадрате равное 0, из того, что у вас вот здесь получилось. А потом снова умножить на k в квадрате. Ну вот это и будет как раз вот вычитание. То есть поделите на k в квадрате, вычесть коэффициент, а потом снова умножите на k в квадрате. Понятно? Вот это и делим. Делим вот это вот на k в квадрате. Вычитаем при k в квадрате равное 0. Но аккуратно. На самом деле вот это вот мы с вами получили. Вообще говоря, в пределе k в квадрате много больше m в квадрате. Поэтому для нас k в квадрате равное 0, это будет просто означать k в квадрате равное m в квадрате. Понятно? Ну, потому что мы вот этот результат получили вот в таком предельном случае. А напомню, в обратном случае k в квадрате много меньше m в квадрате. У нас вот здесь вместо k в квадрате вообще изначально m в квадрате фигурирует. Так что правильно делаем. Вот. Все производим вычитание. Итак, вот из вот этого логарифма, деленного на k в квадрате, надо вычесть точно такой же результат, где k в квадрате заменено на m в квадрате с нашей логарифмической точностью, а потом домножить на k в квадрате.
Мгновенно мы получим результат для поляризационного оператора, который здесь не выписан, но зато выписан результат как бы добавки в полный пропагатор фотона. Он у нас вот какого-то видения. Вот. То есть это вот этот логарифм без k в квадрате, из которого вычтен такой же логарифм, у которого k в квадрате заменен на n в квадрате. Наверное, мы получаем вот следующий результат для фотонного пропагатора. Тут нужно еще домножить. Нет, так как бы, а здесь вы видите, подпределенное. Просто не выписан, к сожалению, результат для поляризационного оператора, а сразу же выписан результат для фотонного пропагатора. Вот все. Теперь, если вы посмотрите на Т, вот, то тогда ясно, что на самом деле вот, как бы, вот суммарно у нас взаимодействие, это есть Е в квадрате, Д от К в квадрате. Всегда вот такая. По сути дела, это просто означает, что как бы, во всей диаграммной технике у нас реально константа связи есть не Е в квадрате, а Е в квадрате поправленная. Вот мы логарифм. Итак, реальная константа связи, та самая предыдущая константа связи, которую мы перед этим с вами выписывали, вот она. Вместо Е в квадрате поправлено вот, на знаменатель с логарифмом. Вот. И дотуда, докуда у вас вот эта вот штуковина много меньше единички, ну, вы можете пользоваться теорией обозначения, эти формулы применять. Вот, вот когда у вас логарифм возрастет настолько, что вот эта вот штуковина у вас окажется порядка единиц, теорию возмущения, вообще говоря, применять уже нельзя. Вот. Вот здесь мы производили перенормировку на ходу, у нас вообще не фигурировал затравочный заряд. Вот давайте найдем с вами связь между затравочным зарядом и физическим зарядом. Вот, вот если... Формально мы вот здесь везде использовали только физический заряд и проводили перенормировку на ходу, ну то есть вот вычитание производили, вот, из поляризационных аппаратов. Если бы мы не производили вычитание, вот формально бы, тупо взяли и стали считать поляризационный аппаратор с обрезанием на верхний предел. Вот, и в вершинке бы везде ставили Е нулевое, затравочный заряд, квадрат. Тогда бы для поляризационного оператора у нас бы возник вот такой ответ. Для вот такой поляризационной пути. Голый. Совсем голый. Ничем не нашпиговый. Вот такой вот ответ. Соответственно, для полного фотонного пропагатора, вот при таком поляризационном операторе мы получили формулу 121. Вот. Значит. Если мы определим физический заряд вот так, как мы его обращали внимание, вот, основное соотношение, которое определяет связь между физическим зарядом и затравочным зарядом, то мгновенно вы получите снова то же самое, что мы только что писали. Вот Е в квадрате равняется Е нулевое в квадрате на единицу плюс соответствующий логарифм, но здесь все еще стоит обрезание. И вот это вот и есть связь между физическим зарядом и затравочным зарядом, из которого видно, что если вы хотите, чтобы у вас физический заряд от обрезания не зависел, то вам необходимо, чтобы у вас от обрезания зависел затравочный заряд. И на самом деле, вот на квантовую теорию поля, если вводят затравочный заряд, смотрят так, что затравочный заряд у вас должен зависеть от обрезания. Давайте попробуем подобрать такой затравочный заряд, зависящий от лямбды, чтобы он нам давал конечный Е в квадрате. Ну как это сделать? Вот Е нулевое выразить через Е в квадрате. Попытаемся найти отсюда Е нулевое. Вот Е нулевое у вас получится. Вот так. Вот. Значит, как бы Е в квадрате это константа. Там будем считать 1,137. Вот. Значит, от лямбды вот. В зависимости от
Проблема только в том, что как бы, полюс есть. Если вы формально попытаетесь лямбда в квадрате устремить в бесконечность, то у вас получится бессмысленная величина для е нулевого в квадрате. Отрицательно. Ну, как бы, лямбда начинаете устремлять в бесконечность, да? Растите, растите, у вас в конце концов вот этот перешибет единичку, сначала разойдется е нулевое, а потом он вообще квадрат станет отрицательным, комплексный заряд. Итак, на самом деле пафос того, что мы здесь получили, заключается в том, что невозможно подобрать затравочный заряд, зависящий от обрезания, чтобы получить конечный ответ для физического заряда. Вот такая ситуация получила название московского нуля. То есть нельзя подобрать в электродинамике затравочный заряд. Вот. Ну, по крайней мере, на уровне таких вот форм. Аккуратно. Такая формула. В лучшем случае в приближении главных логарифмов писали. Да? На самом деле, вот здесь идет некая аргументация Ландау, которая показывает, что такая ситуация в квантовой электродинамике, по идее, как бы вот, исходя из рассуждений Ландау, сохраняется, если мы будем более аккуратны и выше порядки возмущения. По сути дела, как бы, если бы это было так, то это просто означало, что квантовая электродинамика не замкнутая наука, то есть бессмысленно в рамках вот в чистом виде квантовой электродинамики лезть на совсем маленькие расстояния. Не фундаментальные они. Вот до той поры, пока у вас вот здесь возникнет полюс этот, у вас как бы запутаются и слабые взаимодействия, и сильные взаимодействия, и вообще говоря, и гравитация. Да? Что и считает большинство исследователей сейчас, однако на самом деле вот последние исследования там, того же Суслова показали, что на самом деле замкнутая наука, никакого полюса здесь нет, а затравочный заряд тупо стремится в бесконечность вот, при устремлении лямбды в бесконечность. Вот просто уже перестает действовать соответствующий фон в районе, когда становится ощутим полюс. Вот, не буду вам описывать рассуждения Ландау, вы их можете почитать, вот, и как бы, и оценить, насколько неразумно. И очень разумно пока как бы не допускать возможности как бы, не минимум, а просто комплексных зарядов. На самом деле такого можно допускать, вот и это физике не противоречит. Вот, у нас есть требования к армитовости гамильтониана, но нет требований к вещественности заряда. Вот, ну ладно, я не буду вдаваться в совсем специфические вопросы, а пока просто объясню вот, наглядно на примере, вот, что на самом деле вот, те энергии, и те длины, на которых встанет вопрос про этот ложный полюс, они, конечно, не представляют никакого реального интереса. Вот они важны фундаментально, но совершенно неинтересны для практики. По той простой причине, что вот, вот то, что стоит у вас в виде логарифмов знаменателя, если вы при аккуратном проведении перенормировки, вот, как бы, по сравнению с единицей, надо сравнивать, вот, грубо говоря, е в квадрате на логарифм, к в квадрате на квадрат. Это соответствует энергии, квадрату энергии, а к в квадрате это по размерности квадрат энергии, вот такой вот. Е в квадрате на π логарифм, е в квадрате на f квадрате становится единички при энергии 10⁻⁷ степени, где m это 0,5 мэв, ну и, как говорится, значит,
Еще 93 порядка надо на обновление добавить. Вот, то есть речь идет об энергиях намного больше даже планковской энергии. Ну, и ясно, что до приближения к ложному поясу, конечно, запутаются там все другие взаимодействия, в том числе и гравитация. Вот. То есть в этом смысле замкнутая или не замкнутая электродинамика — это вопрос на некоторой степени для практики вообще не интересен, ну а для теории, вообще говоря, он, конечно, интересен. Все. На самом деле, опять-таки, мелким шрифтом можете посмотреть, как будет от R зависеть физический заряд, исходя из формулы, которую мы с вами получили для бегущей константы схемы. Мы получили с вами, что физический заряд зависит от передаваемого энергии в квадрате. Вот на языке координат, так вот это выглядит. Вот опять-таки не буду вот особо вдаваться. Давайте еще рассмотрим такой вопрос, как группа перенормировок в квантовой электродинамике. Вот, значит, на самом деле иногда вместо того, чтобы работать в приближении главных логарифмов, а в данном случае приближение главных логарифмов дало нам только то, что мы можем протягивать результат для голой петли в область очень маленьких исследований, или очень больших k в квадрате. А результат приближения главных логарифмов будет такой же, как от голой петли для поляризационного оператора. То есть в данном случае это не очень интересно. В других диаграммных техниках это уже не совсем так. Вот. И иногда вот теория Ренон-группы, вот, группы перенормировок, она позволяет устроить ускоренную теорию возмущений. То есть анализируя для поляризационного оператора результат в первом порядке теории возмущений, получить тот результат, который получится при движении главных логарифмов. В квантовой электродинамике это не очень актуально, потому что результаты одинаковые получились. В других диаграммных техниках это бывает не так. Так. Вот давайте рассмотрим группу перенормировок. Вот. Давайте я буду это рассказывать по... Тут есть легкие опечатки, поэтому давайте я это буду рассказывать по новым, вот, по новым. Да, вот здесь у вас уже правильно все по новым лекциям. Это как бы немножечко более старый вариант. Вот, значит, впервые введены Ренорм-групповые соображения, введены в квантовую электродинамику Гелманом и Лоу. Вот. Рассмотрим квадрат затравочного заряда как функцию параметра обрезания. Вот когда мы интересовались затравочным зарядом, получилось, что нам физический заряд получить константу, не зависит от затравочного заряда, от обрезания. Нам необходимо, чтобы затравочный заряд обрезания проверили. Да? Вот. Уж от обрезания, то у нас физический заряд точно никак не может зависеть. Он от передаваемого импульса может зависеть, а от обрезания никак не может зависеть. Вот. Значит, итак, нам оказалось необходимо, чтобы у нас затравочный заряд зависел от обрезания. Вот давайте рассмотрим функциональную зависимость, как бы, затравочного заряда от обрезания. Вот. Значит, и введем функцию D, которая есть соотношение просто между квадратами затравочных зарядов при двух разных обрезаниях. Лямбда 2 и лямбда 1. Вот. Значит, если у нас обрезание много больше m в квадрате, конечно, обрезание много больше m в квадрате. Вот, значит, то функция D, по идее, уж точно не может зависеть от A. Ну, вообще не попадает отовсюду при таких больших обрезаниях. Вот, значит, D у нас безразмерная величина в отношении квадратов обрезания. Вообще говоря, она может зависеть только от безразмерных перемен. Если у нас массы
как бы массы нет, массы можем во всех смыслах пренебречь, вот, то тогда попробуем подобрать величины, от которых D может зависеть в нашей теории. Она может, по сути дела, зависеть от двух безразмерных величин. От E нулевое в квадрате. И от отношения, а здесь 2. И от отношения лямбда 2 к лямбда 1. Почему здесь E от лямбда 2? А можно было от лямбда 2 взять, это на самом деле без разницы. Ну, то есть от квадрата любого из зарядов, и от отношения лямбда 2 к лямбда 1. С учетом того, что само D как бы определяет вот это отношение квадратов, так как бы без проблем изменить функциональный D так, чтобы здесь как бы E в квадрате от лямбда 2 возникло. Без разницы, это как бы тривиальная операция выйдет, а может просто единица на D будет вместо D. Вот. Значит, вот как бы это и есть смысл. Как бы это, по сути дела, и есть преобразование группы перенормирования. То есть, что у вас как бы до некоторой степени D заставляет как бы изменением затравочного, изменение затравочного порядка, затравочного заряда. Вот, за счет изменения обрезания таково, что физический результат от этого не изменяется. То есть изменение обрезания, величина обрезания полностью компенсируется для всех физических результатов изменением затравочного заряда. Так, все. Вот. Неудобное функциональное уравнение, формула 134, на самом деле проще из него составить дифференциальное уравнение. Вот давайте рассмотрим два близких значения параметра обрезания. Вот, давайте лямбда 1 в квадрате это пси, лямбда 2 в квадрате это пси плюс d пси. Смотрим, как у нас квадрат затравочного заряда изменяется. Квадрат затравочного заряда от лямбда 2. Я на него в квадрате пси плюс пси. Ясно, что это будет е нулевое в квадрате от пси плюс некоторый дифференциал, да, от е нулевого в квадрате изменения, за счет изменения пси. А с другой стороны, вот у нас квадрат при лямбда 2 у нас поднялся вот эти вот выражения, формула 134. Подставляем сюда. Вот, значит, подставляем, что у нас как бы лямбда 1 в квадрате мы пси обозначили, значит d у нас будет от e на любой квадрате пси, а лямбда 2 квадрат к лямбда 1 в квадрате это вот как бы пси плюс d пси поделить на пси. Все, вот, подставляем и раскладываем, вообще говоря, функцию d по маленьким d пси. Без проблем это сделать. Итак, здесь будет d от e на левой стороне пси единички. Да? Которая, вообще говоря, есть просто единица. Вот. И плюс производная от, как бы, от d по второму аргументу. И сколько у вас при x равной единице, ну и вот это добавится, правильно говорю, сделано, да? Вот. D у нас при втором аргументе единицы строго равно единице, это чудо. Второй аргумент равен единице, это просто означает, что лямбда 2 равняется лямбда 1. У нас вот эти должны быть равны между собой, с очевидностью. Значит, d при втором аргументе равен единице, строго равно единице, завсегда.
Значит, здесь просто генули вовкладывали. Тогда вот это вот есть просто тот дифференциал от е нулевого в квадрате от пси. Правильно? Мы мгновенно получаем дифференциальное уравнение е нулевого. D пси поделить на пси – это D логарифм пси. Правильно? Да. Пси – это есть D логарифм пси. Делим. Получаем, что производная от е нулевое в квадрате, по d логарифму пси. Вот. И ввели функции Гелманова, которые определили вот следующим образом. Пси – это некоторая функция от е нулевое в квадрате. Она имеет вот такой вид. Е нулевое в квадрате и производная от нашей d по x при x равно единице. Как бы... На самом деле упрятали как бы, проблему определения затравочного заряда от лямбда в проблему определения функции Гелмана-Лоу. Но мы можем проанализировать поведение функции Гелмана-Лоу при маленьких значениях и попробовать ну, там, проинтерпретировать, как она себя может вести при больших Гелмана-Лоу в квадрате. А потом интегрировать вот это вот уравнение дифференциальное. И тогда вы можете получить улучшенную теорию возмущения. Вот. Вот давайте это и сделаем. Вот пусть мы из каких-то соображений нашли функцию Гелмана-Лоу. Тогда как нам как бы, анализировать дифференциальное уравнение 137? Да очень просто, давайте его вот перепишем вот в таком вот виде. Вот логарифм пси, d логарифм пси сюда перенесем в правую часть, а на функции Гелмана-Лоу поделим. И проинтегрируем по пси от лямбда 1 в квадрате до пси равно лямбда 2 в квадрате. Вот. От логарифма без проблем возьмем интеграл, это будет просто логарифм лямбда 2 в квадрате поделить на лямбда 1 в квадрате. Ну а от правой стороны, от левой стороны, которая стала правой стороной, возникнет вот такой вот интеграл. Правильно? Правильно все сделано. Вот, значит, ну а теперь давайте попробуем сосчитать функции Гелмана-Лоу в каком в первом порядке теории возмущения. Считаю, что е нулевое, величина е нулевое в квадрате у нас мала. Вот. Значит, и получим результат просто из первого порядка теории возмущения. Мы поляризационный оператор только что считали. Да? Вот, по крайней мере, в области, когда мы вводили обрезание, вот как бы мы его считали. Да? Вот давайте убедимся, что у нас, это, значит, мы получим для функции Гелмана-Лоу то, что вот как бы получено здесь. Вот, когда мы говорили про соотношение между физическим зарядом и затравочным зарядом, ну, вот такое соотношение прописано. Да? Вот, значит, тогда физический заряд через затравочный заряд следующим образом выражается. Правильно? Правильно. Вот, как бы, пропагатор фотона. Вот у нас имеет вот такой вот вид. Вот. Значит, ну или вот выписано. Значит, мгновенно мы с вами получаем, что е в квадрате, то есть е нулевое в квадрате на единице минус p k в квадрате в минус первой степени. Ну или поляризационный оператор считаем маленьким, первый порядок теории возмущения, е нулевое в квадрате маленькое. Вот тогда можем разложить это минус первой степени. Вот получим. Поэтому на самом деле поляризационный оператор поделить на k в квадрате, это по сути есть добавка к е нулевое в квадрате. Ну или к е нулевое в квадрате идет добавка в виде вот такой вот величины. Е нулевое в квадрате. P
традиционный оператор поделить на кавказ. Ну, вот. Ну или теперь воспользуемся результатом для традиционного оператора. Был то проведение. Получаем, наверное, вот такой вот результат. Да? Для Е в квадрат. Но физический заряд у нас от лямбды никак не зависит. Правда? Значит, у нас Е в квадрате, есть Е нулевое в квадрате. Вот умножить на вот эту вот скобочку. А с другой стороны, у нас от обрезания не зависит, он при другом обрезании точно так же должно быть. Нет? То есть у нас изменение обрезания компенсировалось изменением заправочного заряда. Вот. А тогда отсюда без проблем найти Е нулевое в квадрате от лямбда 2 поделить на Е нулевое в квадрате от лямбда 1. Оно у нас, напомню, есть D. О, отсюда мгновенно найдем D. Ну-то есть отношение вот этих скобочек. Значит, это и есть единица плюс вот такая вот штука. И действительно зависит как бы от Е нулевое в квадрате. Можно здесь написать лямбда 1 или лямбда 2. Вот. И от отношения от отношения параметров обрезания. Ну а теперь без проблем просто напрямую найти функцию Е нулевое. Вот мы ее ввели, оно у нас вот такая вот штука. Надо взять производную по второму аргументу, ну, то есть по отношению лямбда 2 в квадрате к лямбда 1 в квадрате. Взять производную. Вот. А потом после взятия производную лямбда 2 поделить на лямбда 1 единица. Берем, вот у нас получается функция деления. Оно у нас в нашем, пока мы использовали приближение такого голой позиционной петли, она у нас при маленьких е нулевое в квадрате получилась квадратичным образом зависит от е нулевое в квадрате. Ладно. Е нулевое квадрате в квадрате. Правильно? Вот, значит, если мы формально подставим вот такую вот функцию Гелмана-Лоу в уравнение, Гелмана-Лоу проинтегрируем, туда вот этот интеграл без проблем взять, функцию Гелмана-Лоу не знаю, здесь возникнет Е в четвертой степени поделить на 3π, вы мгновенно получите вот следующий результат. Вот на 3π сюда перенесли. На самом деле, если вы как бы определите теперь физический заряд, когда, допустим, у вас лямбда 1 в квадрате стремится к в квадрате, то вы можете найти физический заряд при производстве. Ну, не физический заряд, а Е нулевое при произвольном обрезании. То есть, по сути дела, вы можете найти заряд, как бы, как связан физический заряд, вот такой, с затравочным зарядом при произвольном обрезании. Ну, вот, то есть, по сути дела, вы найдете... Нет, если там будет место в машинах, я не пойду. Понял. Вы найдете то самое соотношение вот, как бы, между физическим зарядом и затравочным зарядом. То есть формулы вот, 23 и 24. Если мы просто определим физический заряд. Все. То есть как мы найдем, как затравочный заряд вот, связан с этим. Вот это произведем формулу 124. Будет формула 124, что есть один тоже. Вот. А в этом смысле, вот как бы формально вот эти формулы мы получили, ну там, в том числе и в приближении главных логарифмов. Так вот, как бы, еще раз говорю, в квантовой электродинамике, что приближение главных логарифмов, что приближение
просто голые поляризационные петли есть одно и то же. В других диаграммных техниках это не так. Вот. И иногда бывает очень удобно использовать ренорм-группу, потому что она позволяет сразу же получить, используя приближение первого порядка для поляризационного оператора, сразу же позволяет получить результат, который получится в приближении главных логарифмов. Вот. То есть вы функцию Гелмана-Лоу находите приближение голой поляризационной петли, то вы интегрируете уравнение Гелмана-Лоу и получаете результат, который получается в приближении главных логарифмов. То есть в этом смысле использование группы перенормировок позволяет провести улучшенную теорию возмущения. Но правда в рамках квантовой электродинамики это не очень хорошо видно. Так. Вот. Ну и, наконец, последнее, на что надо обратить внимание, правда, про это я уже многократно говорил, сейчас закончу. Значит, дело в том, что мы с вами обрезанием избавились, ну, вот, как бы, перенормировкой избавились от ультрафиолетовых расходимых. А с рядами теории возмущения есть еще некоторые проблема. Вот, как я уже говорил, на самом деле при росте порядка теории возмущения число диаграмм растет факториально. Поэтому та теория возмущения, которую мы с вами пишем, то есть те ряды Т, которые мы с вами пишем в теории возмущения, они на самом деле имеют круг сходимости 0. То есть эти ряды, вот как по-другому говорят, они являются асимптотическими. Ну давайте, вот давайте, пусть мы как бы считаем некоторый физический процесс. Пусть мы чудесным образом сумели сосчитать его во всех порядках теории возмущения. Вот. Тогда он у нас, этот процесс, будет вот в рамках теории возмущения выглядеть следующим образом. Вот некоторая физическая величина. Вот, пусть мы провели перенормировки, она зависит от квадрата физического уже заряда, который здесь стоит. И зависит, ну, от импульса, ну, допустим, пропаганда фермионная вещь. Да? Вот. Она будет следующим образом, как бы, иметь вот следующий вид в теории возмущения. Это будет некое разложение по степеням e в квадрате. Так, e в квадрате в степени n, где n у нас пробегает значение от 0 до бесконечности. И будет коэффициент fm, который каким-то образом зависит от импульса. До некоторой степени ряд Тейлора. Вот. Так вот, утверждение следующее. Во-первых, fn будет расти от n факториальным образом. Без проблем в этом убедиться. Берете n вершин, n штуку. Ну давайте простейшим. Пусть как бы. Давайте сосчитаем, с какими способами вы их можете соединить волнистыми линиями. АН2. Если пренебречь вообще всеми петлевыми диаграммами, только учитывать фокусные диаграммы. Вот, когда волнистая линия соединяет точки вот на одной электронной линии. Ну, то есть диаграммки вот такого типа. Число сочетания. Не совсем число сочетания. Вот смотрите, вы берете первую вершину. Вот, она у вас может соединиться с n-1 вершиной. Правда? Да. И для каждой, да. Ну, на самом деле, давайте. 2n должно быть вершин. Ну, четное число вершин должно быть, они все между собой, то есть, как бы, значит, с 2n-1 она может соединиться. Следующую, с которой не соединились, берем. Вот умножить на 1. На 2n это умножить. 2n-3. А минус 3 будет, потому что 2 уже выкинули. А,
Нас мы соединили. Значит, выкинули две этих, еще выкинули одну, с которой вы стартовали. 2n-3 будет. Дальше будет 2n-5. И т.д. получится... Двойной факториал. Да. 2n-1. Если вы учтете хартриевские диаграммки с вершин, с петлями, то ясно, что у вас еще больше часов дела обстоит. То есть ясно, что fm растет факториально. Это приводит к тому, что этот ряд никогда не сходится. Потому что факториал завсегда перебьет степенную зависимость, как бы, от e в степени 2n. Вот. Значит, этот ряд у вас никогда не будет сходиться, члены у вас будут расти, вот, неограниченно, при достаточно больших. Вот. Более того, и из физики дело это действительно так. Потому что вот, как бы, давайте представим из физики дело, что вот это вот у вас получилась аналитическая функция от ЕА, сходящаяся, с кругом сходимости не ноль. Если это аналитическая функция, то тогда она, вообще говоря, при любом ER вы ее можете определить. И она у вас по-прежнему останется аналитической. Значит, вы можете ее определить, и она будет давать разумный результат при ER в квадрате отрицательном. А что означает ER в квадрате отрицательном? Е в квадрате отрицательное, по сути дела, это просто означает, что у вас частички вместо того, чтобы отталкиваться, два электрона, стали между собой притягиваться. Правда? Если бы электроны притягивались, то у вас Е в квадрате был бы отрицательным. Вот, как бы. На самом деле совершенно очевидно, что в этом случае у вас по физике дела просто не будет устойчивого состояния вакуума. Ну вот давайте смотреть. Вот если у вас электроны притягиваются, позитроны притягиваются, а электроны с позитронами отталкиваются. Пусть у нас в первый момент флуктуационно возникло, ну там, несколько пар электронов и позитронов. Да? Преодолели и возник. Ясно, что у вас, как бы, там возникнет такая ситуация. Электрончики у вас притягивающиеся между собой плавно окажутся в одной области пространства, да? А позитрончики, опять-таки, притягивающиеся между собой, окажутся в другой области пространства. Да? Родятся следующая пара электрон-позитронов, и опять электрончики притягиваются к электронам, к электронам позитрончики притягиваются к позитронам. Да? И причем, чем больше у вас будет электрончиков и позитрончиков, тем более отрицательная энергия будет становиться. Притяжение, энергия более отрицательной становится. То есть, на самом деле, вот такие патологические состояния, когда есть много в отдельных областях пространства электронов и много позитронов, оказываются по энергии более выгодны. И даже если бы у вас изначально было состояние с вакуумом, нет электронных и позитронов, через некоторое время, за счет флуктуационного появления пар, у вас бы все свалилось на вот такие патологические состояния, когда в одной области пространства у вас огромное количество электронов с очень большой отрицательной коулумбской энергией, а в другой области пространства у вас огромное количество позитронов с очень большой отрицательной энергией. И у вас нет основного состояния в виде вакуума, когда у вас нет частиц. Да? А вот в случае, когда у вас электрон с электроном отталкивается, такие состояния невозможны. Невыгодны никому. Вот. А когда у вас электроны и позитроны, они у вас плавно между собой обратно аннигилируют. То, что они притягиваются, ничего страшного нет. Они у вас аннигилируют, как только встретятся, идут друг к другу. Вот. В результате, на самом деле, вы не можете сменить знак у, как бы, вот здесь вот у этой функции, вот, не войдя в противоречие. Это просто говорит о том, что изначально вот эта функция не есть аналитическая. А аналитическая она становится только тогда, когда E равно 0. Итак, круг сходимости данного ряда, он действительно и по физике дела он равен 0.
Тогда что означают соответствующие ряды? А соответствующие, ну, словами, здесь то, что я говорил словами, он картинка нарисован, а когда электрончики, позитрончики в разных областях пространства. Вот. А ситуация примерно такая. Данные ряды называются синтетически сходящиеся. То есть первое слагаемое этого ряда до некоторой степени, до некоторого порядка n. Вот. Они у вас убывают с ростом n. Ну, то есть как бы степенная зависимость сначала при маленьких n перебивает факториальные. Вот. Но все большим и большим числом n факториальная зависимость начинает все быстрее и быстрее расти. И на самом деле этот ряд у вас может терпимо аппроксимировать общий результат только вот на первых определенных количествах членов. Сейчас закончим. Ага. Значит, оценки для электродинамики показывают, что он будет, как бы, будет расти точность вплоть до порядка m нулевое, по видимому порядка единицы на e квадрат. То есть до 137 степени. Ага. Это невероятная точность, до которой все равно никто никуда не досчитает. Вот вплоть до этой степени теория возмущения, но она хоть как-то разумна. А дальше ряд будет, да, расходиться. Вот такие ряды, они являются, называются асимптотическими, и они могут результат, который получится в результате всего суммирования, описать только вот с некоторой конечной точностью. В данном случае точность будет очень большая, вот она будет определяться экспоненты, где в экспоненте будет стоять минус единица на е в обратном. Вот. Но все-таки вполне конечно. Вот. А чтобы просуммировать весь ряд, надо суммировать по Борелле. Если вам Садовский диаграмматику рассказывал, он будет вам простейший тривиальный пример, когда можно полностью просуммировать все диаграммы, бы показал. Угу. Когда можно по Борелле факториальные ряды полностью просуммировать. И результат будет ну совсем не похожим ни на какую теорию возмущения. Угу. Там функции грин, ничего не будет, никаких полюсов и так далее и тому подобное. Вот. Но, то есть проблемы и на уровне, когда вы анализируете весь набор диаграмм, что особенно актуально как раз таки в физике конденсированного состояния. В электродинамике, в квантах, это не очень актуально, потому что точность в первых трех-четырех порядках исключительно достаточно для описания всего, что нужно человечеству на практике. Ну, общий фундаментальный интерес, конечно, есть. Вот. Ну все.